take is another mistake to you. You're smothering me, holding too tightly, afraid to lose control. 'Cause everything that you thought I would be has fallen apart right in front of you. Every step that I take is another mistake to you. К сожалению, и нет, ты не первый. Я явилась, но запылилась. Винечка. Блин, как читать, отстаньте. Что за знакомый? Добрый вечер. Какая песня потрясающая. Блин, я не знаю, выкладывать в инсту, нет, что я стримлю. Что тут такая классная, прекрасная, сижу. Фу, можете меня поздравить, я не знаю, поздравлять или нет, но я отключила своего бота. У нас не будут переводить смайлики, у нас не будет переводить английский текст, в случае чего. Я посмотрю, как будет работать Steam Elements, Stream Elements. Женушка ненаглядная? Мама. Сейчас, подождите, музычку убавлю. День прошел. Вот. Как сказать? Не, прошел-то он хорошо. Но какой-то такой момент странный получился. Я запустила, ну, я включила ABS, включила камеру все как обычно, и у меня не работает фокус. У меня просто не работает автофокус. И вот ходит, что ты с ним сделаешь. Не знаю, что-то натыкало, заработал. Я не знаю, как это происходит. К феминизму никак, нейтрально вообще. Я там не участвую. Подождите, я включу на музычку. Вот эту, да? Давайте вот эту. Мы чисто лайтовые сидим такие. Какую книжку посоветуешь, смотря что ты хочешь читать? Вообще, смотря что ты хочешь читать, блин. Не скажу, что я много книг прочла за свою жизнь, поэтому ты немножко не по адресу. По таймеру настроила? Да, они так-то должны быть. Но, допустим, смотри. Блять, какое НЛО! Вот так. Наверное, просто инст. Инст. Ладно, надо еще инста сделать. Каждая девушка, стример негативно относится к феминизму. Потому что мы стример же. Так-то да, я настроила, надо как-то проверить, работает это или нет. Порнохаб. Блять, я хотела пошутить, но он меня заблокирует за такие шутки, поэтому. Так, как настраиваются ссылки в Elements? Добавить новую команду. Имя Инста. Активировать команду. Еще. Как ее настроить? Сейчас, опять сек. Инста у нас просто, знаете как, она у нас просто будет по команде. Инст будет так, а инста по команде только. Какой 0? 1-0, говорю. Глобальное время перезарядки. Так я 0 ставлю. Сохранить. Все. Короче, замечайте, будут ссылки работать или нет, просто так. Надеюсь, будут. Устал. Отдохни. Встал, упал, устал, отдохни. Голодный, поешь.
Только сейчас заметил Буков. Ну, вы фрибет золотая. Короче, оказывается, у меня-то фрибета нету. Там просто разные были условия. Либо я сижу на маленькой оплате, и у меня идут фрибеты с вас, либо я сижу на нормальной оплате, но без фрибетов. Короче, я выбрала второе, чтобы у меня просто фикса была, и все. Потому что хер знает, кто сколько придет за месяц людей. А так пусть рекламка висит, но не мешает. Так, сделай иг. Иг. А что такое иг? Иг. В какой стране я хотела бы жить? Швейцария. Там круто. Почему? Хз. Просто почему-то душой туда хочется. Так, по поводу того, выложить нам в инсту. I love you. No, I love you. Доброе утро, доброе. Привет, привет, Сян. Стрим или фрибет? Че, стрим или фрибет? Не поняла. От вас вообще не получу толком, то есть просто мне платят за то, что у меня реклама. Все. Так-то получается. Подожди, а 1xbet, может нам потом 1xbet напишет? Ты просто сказал ИГ, 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 сделать просто ИГ, пойдем. Быстро сделаем команду. Ctrl-C, добавить команду ИГ. ИГ, кто вообще ИГ делает? Ты чё? Слушай, ник... блин, как тебя зовут-то, Виктор? Виктор, никто ИГ не пишет. Чё-то... Да почему ты минус 2-то не ставишь? Просто 0, говорю. Сохранить. Чтобы у нас 2 бота в чате не было. А вот такой вопрос. А Stream Elements умеет переводить сообщения иностранцев, которые к нам заходят? От нас нет толку. Понятно, понятно. Осталось на стриме или пойти на фрибет и юзать его. А, ну ты можешь просто зайти, фрибет оформить и уйти. И стали. Потом поставишь на КС-очку. Будем смотреть фильм. Фильм заказывается заранее и обговаривается. Я вас встретила вчера на выходе из кассы Магнита вечером. Вас заметили. Я вчера с Глебой ходила, да. Доброе утро. Вчера с Глебой... Во сколько мы ходили, господи? На ночь глядя, мы если готовили, мы почти ночью ходили с ним в магаз. Камеру посмотришь? Шуганулся слегка, ладно, больше не буду. Чуть-чуть. Вообще, у меня фокус... Я не могу настроить автофокус по лицу. Имя мужа не помню. Да ну да, припопамятовала. Пошли на пляж, пляж в следующие выходные. Хз, надо смотреть, что за модули. Я посмотрела, транслит там не нашла. Киберспорта нету, в смысле нету, там нету КС-ки. В Лионе ты гонишь? В Лионе нету КС-ки. Все, скажите. Слишком много времени с Глебом проводишь. Так а чё он приехал, не оставлять же его. Он скоро уедет, так пока с ним потусуюсь. Александр, привет, здравствуйте. Подождите, как это сфоткать красиво, чтобы было? Фокус не на руку, а на меня сделать. Я опять Зенит чемпион, да Зенит, да, чемпион, это мы уже в курсе. Как это красиво сфоткаться, типа, мы со скинериалки. Привет, привет. Глеб? Глеб, да. Близкий друг приехал. Близкий друг приехал, но он скоро уезжает. Он решил не оставаться в Краснодаре, а уехать в Киров. Объектив, конечно, не тот. Фокус не для съемки. Это самый лучший объектив для домашнего стрима. Пошел нахрен!
Что за хоккей шар моя домашняя? Какая в этом году выиграла Кубок Гагарина? Я, честно, за хоккей не шарю. У меня есть человечек, который шарит за хоккей, но за нерусский. Как дела? Давайте чуть-чуть подвинем виджеты у нас. Виджеты. Где оповещение? Донаты, войсы, фоллоу. Вот фоллоу. И его надо чуть-чуть пододвинуть. А не могу. Ага, вот так вот. Вот сюда котеечку. Вот так вот, чтобы сердечко было видно. Здравствуйте. Картинка раз в 69 улучшила. Да. А я еще, знаете, я еще четкость улучшила. Я еще четкость повысила. Ну, то есть вообще сейчас все детально видно. Сейчас каждую ресничку видно. Гагарин же космонавт, какой хоккей. Не-не-не-не-не. Я могла бы стать Гагариной, но я выбрала другую под ниндзя. С тобой в квартире живет, но он у меня остановился, да. Он ждет ЗП-шку. Он первый приехал, ждет ЗП-шку. Она ему должна прийти сегодня, и он будет билетики покупать. Да, выложить в Инстаграм. Короче, падла. Оно мне не дало выложить. Я сегодня 3 раза видео выкладывала, оно мне не дает. Я не знаю, как это исправить. Че, по боту? Ой, офигеть, 140-й стрим подряд. Ой, я че, я выключила-то? Че, по боту? Я настроила стрим Elements. Короче, смотрите, если в течение 20 минут не появится какая-нибудь ссылка, будем ругаться. Так, все же не нашел себя в Красе. Ну, немножко другой. У него на самом деле попался охуенный вариант поработать в Красе. Ну, типа, элитная кореянка у нас считается. Реально, ему выпала возможность, но он как будто бы перегорел немножко своим таким путешествием. Внезапно ему решил уехать в Киров. Там со всеми попрощаться, дела со своей доделать и сюда ехать. Уже с деньгами. По крайней мере, он мне так сказал. Меня заставляют мыть посуду. Мой посуду! Что живет бесплатно, пусть посуду моет. Он стрим-элемент в смысле не выкладывал. Выложите в 2 экземплярах у тебя, на вкладке рилсов лежит. Она еще и в 2 экземплярах? Нет, у меня ничего нету. Я, сука, его 200 раз заливаю, перезаливаю. У меня... Приедет? Нет, конечно, будет квартиру снимать. В этом году Кубок Гагарина выиграл Металлург. Ой, это я слышала. Нету рилса! Нету! У меня даже сторис удаляется. Нету! А Кутари, может, у тебя Инстаграм не прогрузился? Мне ничего нету. Я кондей включаю, выключаю. Мне то холодно, то жарко, я еще не могу. Прислал тебе скрин в ТГ. Господи, нет! Боже, блядь, их там еще 2! Так, секундочку. Биографию Уилл Смита. Летует сердце, чет, спасибо большое. Глеб, он беззвучный. Я его попросила помыть посуду, там просто невероятная игра посуды, так что он будет шуметь, скорее всего. А еще он швыркает постоянно носиком своим. Он идет сюда. А, что, курить, да? Ты устала? Ладно, я пойду. Иди отсюда. Да, он на пару дней остановился, он... Сегодня, завтра, послезавтра, ну, в течение пару дней в Киров поедет. То есть он из Геленджика в Киров едет. Если б не коленка, я бы решила, что ты русалочка. Нет, никакой, нет, вы не с Глебом, вы со мной. Привет, Доби. Как дела? Доби говорит. Так, подождите, выложу фоточку, что я стримлю. Блин, на Катаре. Мне кажется, этот рилс видят вообще не все, далеко не все.
Либо кто-то не с России, потому что у меня... Блин. А если я зайду в Инстаграм NewsVPN, он же не... Блин. Как зайти в Инстаграм не с России? Их два в ленте. Вот, их видят те, кто не... Видосы видят те, кто не в России. Я вовремя зашел. Это странно, учитывая, что их там два, и на них разные комменты. ЭГЭ. Мне нужен мой. Мне нужно, чтобы у меня кто-то зашел. Где машина кофе? Она стоит на месте. Но у меня нету воды, мне ее не привезли. Ее не привезли, чтобы проверить воду. Ее завтра с утра привезут. Типа, а как мне их удалить? Реально. Скопировать. Просто я... В чем прикол? Я сижу, и мне идут уведомления, что мне ставят лайки на этим видео, а видео у меня нету. Подтверждаю, Казахстан... Акатари, насколько можно тебе довериться, Иста, чтобы ты зашел в мой Инстаграм и потом честно удалил мои пароли? Я даже пароль-то, блядь, не помню. Инстаграм, господи. Бля, что делать? Блин! Привет. Давай пожалуемся на одну публикацию. Не надо жаловаться вообще ни в коем случае. Мне пора по своим делам. Возвращайся. Привет, Фиолетовая. Привет, Токсичок. Сорят, тебя не было. Сейчас мы выложим в инсту, что мы стримим. И потом разберемся. Ну, я могу, если надо. Акатари, я тебе КТС как доверяю. Акатари. Ты точно удалишь мои данные? Блядь, какие у меня данные для Инстаграма? Я не ебу. Давай удалю сейчас. Под Голландией не видно. Я не понимаю, как это связано. Неужели это из-за музыки? Когда в Apex не в этой жизни? Ссылки. Дайте, подожди, я выставлю, что я стримлю. Вот так вот. Сюда. У кого есть... А, ладно. Привет, здорово. В Алмате. Ай, блин, что? А, мне VPN выключен, поэтому я ничего не могу выложить еще, господи. Я не материлась, честно. Офигеть, ты популярна стала. Да вообще, ты посмотри, какая. Это сейчас цветочки. Если мы пойдем в РЛ, и там будет связь. Так. А, вечерний стрим. Просто прикол в том, что у меня абсолютно везде разные пароли. Если раньше, знаете, такой прикол был, везде один пароль, и ты знаешь от своих соцсеток все. Я по 100 раз забывала свой пароль, и каждой ветке у меня теперь свой пароль. Я нихуя не помню. Я их записываю реально, потому что по-другому никак. Потому что я все их перепотеряла. Вечерний стрим. Надо вот так вот. Ага, вот так вот. Вечерний стрим. Так. Уставить. Вечерний стрим. Сюда. Ты специально, блядь, пришел покашлять? Сидим стримеров в ТГ-канале. Мне кажется, это реал за музыки, может быть. Я, короче, немножко музыку поменяла и проверю свою теорию. Если нет, ну, на нет и сюда нет. В Йобург еще поедешь? Когда-нибудь в следующей жизни поеду. Баннер со ставками. Хорошо, что я не подписан. А что, ты против того, чтобы стример нормально зарабатывал деньги? Над тем, что, как это самое. Мне кажется, не здороваешься на то... А я же поздоровалась. Нет, привет, Влад. Блядь, я так, по-моему, соскучилась. Такое ощущение, что я 3 дня не стримила. А мы что в пятницу делали? Скрытая камера в следующей жизни. Да не, когда-нибудь приеду. Подождите, пойдемте искать данные Инстаграма. Нам нужно Акатаре дать данные. Курить ушел. Ходит туда-сюда.
А зачем ты ключи берешь? Домофон. А ты что, не здесь куришь, не на площадке? Магазин. Ладно, идея. Ключ где? Я еб... На какой бегубе татушка? На половой. Какие сигареты? Какие сигареты? Чакман, Чакпэ. Чакман. Чакмэл. Вишня. Вишню, блядь, курит мальчик. Господи. Парня завела, какая порода? Не. Ой, это не заведенный. А как найти? Акатария. Так, Инстаграм. Как вообще войти в мой Инстаграм? Я не знаю. Фейсбук, Нетфликс. У меня есть Нетфликс, кстати. Вообще нету... Акатари. Короче, про... Акатари. Ну, ник ты мой знаешь? Попробуй вот этот пароль, я тебе сейчас скину пароль. Акатари, ты здесь? У тебя менеджер паролей в браузере есть вообще? Я в браузере, ну, не сижу. Так, в смысле, подожди, я же через, ну, через приложение сижу. Сброс сделай. В чат кидай. Нет, сброс не сделал. Акатари, короче, ник и вот этот пароль попробуй. Я не знаю, я сейчас, блядь, все пароли буду свои кидать. Только чурих удали. Netflix возвращает. Да? А, кстати, да, там же русские озвучки убирали. Но у старых сериалов они есть, так что. Я спать без силы. Всех встретим днем лета. Вы реально, прикиньте, лето уже кончается, уже 3 дня лета прошло. Доброй ночи, Влад, жаль, что ты с нами подольше не посидишь, но все понимаю. Забегай обязательно на... Дневные стримы, получается. Днем ты можешь с нами посидеть, початиться. Привет, Дима! Привет! О, как холодно! Через сайт браузера VPN не зайдешь в инсту? А толку-то? А, бля, точно, это же логично было! А, подождите, надо VPN устанавливать. Вы думаете, я хочу VPN устанавливать? Нет, конечно. Короче, я Акатари скинула. О боже! Это ваш код в Инстаграм. Строго все конфиденциально. Как его скопировать? Так. В личку можете не заходить, там беспредел. Хотя не можете подсвечать, будьте моим личным менеджером. Ну, шучу. Реально, прикиньте, из-за того, сколько там людей пишет, там реально нужно кого-то это самое, ну, менеджера нанимать. Прочти вслух. 5 лет я проспала. 3-й день жарища, что уже не хочется лета. Ну, есть такое. Очень жарко, очень жарко. Летом очень жарко, и у нас очень душно. Просто сегодня шла на тренировку, я чуть с ума не сошла от этого. Идешь максимально раздетый, ну там топик, юбки, шорты. Но это такая жопа. Надеемся, что... Акатари все удалит. Что? Какое оповещение пришло? Ваше видео восстановлено. В смысле восстановлено? А, у меня теперь... Ага, я поняла, как это работает. Акатари, просто удалите. Ударил? Спасибо, спасибо. Завтра, короче, я выложу... Я немножко изменила музыку. Ну, типа, есть такой прикол, как у деда авторских прав по музыке. Вот, и я попробую, посмотрим. Если не получится, вообще придется музыку менять. Но я не представляю другую музыку. Спасибо большое, солнышко. Здорово, красотка. Глаза ебейшие, поздороваться, привет, ФК решил.
привет, 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 слушай, привет. А я тут случайно в Геленджик поеду. Выходные следующие. И через следующие. Ну, то есть 8 и 23 числа. Вау. Интересно твое мнение, почему, когда друг хочет меня познакомить с девушкой, говорит, что я лысый? То она говорит, сразу не надо, почему в первый раз лысые как-то... Ну да, есть какой-то стереотип, но в принципе лысые не особо такие. Я не знаю. Я тоже не любитель лысых мужчин. Но у меня есть знакомые лысые, вообще пофиг. Как бы ты когда с ними общаешься, ты вообще нормально реагируешь на это. Марш обновлять маник. Бля, вы посмотрите! А, ну вы не увидите... Короче, вот видите вот этого коротыша? Он просто не дорос. Он просто не дорос. Прощай, я лысый. Да еще похую, господи. Я не знаю, что я беру как меню. Не, ну правда, я более-менее к лайтову стала относиться после того, как с Глебом стала общаться. Привет, интересно твоими... А, так, все это прочитала. А, слушай, а как узнать... Блин, наверное, тебе вообще надо профиль теперь удалять, потому что тебе, скорее всего, будут от мои оповещения идти. Блин, поставьте кто-нибудь в инсте лайк или напишите сообщение, проверить, придут ли Акатарии уведомления, потому что, скорее всего, придут. Кто видит своего коротыша, плюсаните за... Обнял, приподнял, в лобик поцеловал. Давай, Влад, сладких снов, отдыхай. Через инкогнито браузер заходить. А, да, ну все тогда отлично. Потому что вот у меня было такое... У меня кто-то заходил, два аккаунта у меня было в инсте на моем... Чела, ну и вот из Леона пришлось сделать валюту, добро пожаловать, валюту в телеге, то есть у меня теперь в телеге есть адрес биткоина, адрес USD Tron 20, вот смотрите, у меня есть USD TRX 20, новый в телеге, а если кто-то, ну допустим, с Binance на этот адрес кинет, он придет или нет? Типа вот этот же самый USDT 3x20, но мне Instagram, а чела Binance, он придет мне? Ну просто интересно стало. Я теоретически да, должен прийти. Да? Дим, можно проверить? Кинь $1. Ну вот, Зим, можешь мне отправить сейчас $1, если я тебя скину? Ну, чисто проверить. Ну, ты не через телегу, а я через телегу. Щау. Ну, или кто-нибудь может мне скинуть там, ну, пару баксов, посмотреть, работает или нет. Ну, мне просто стало интересно, главное, чтобы это с другой площадки было. Так что вы не подумайте, я не развожу вас на деньги, вообще нет. Просто так гораздо легче будет мне фигурки через тебя покупать, ну, вы знаете. Одну валюту кидать биток на биток, доллар, а я, да, так я тебе про это и говорю. USDT 3x20 есть у тебя? Я могу евро, могу пакс. Ну давай с тобой попробуем. Ну только один, ладно, чтобы, если что, не жалко было. Короче, мы заходим в Телеграм. Пэк-пэк. Я тут уже кошелек потеряла. Ну, всё, капец. Ой-ой-ой-ой. Как его закрепить? Закрепить. Ух ты, все закрепила. Теперь он у меня самый первый. Кошелек. Вот на него отреагировать. Я такая, Зазналась. Спасибо большое. Б. Бичитас. Могу нот кинуть?
А, кстати, скажите мне, а что в телеге нельзя посмотреть, сколько стоит тонна и сколько стоит биток? То есть у меня просто есть адреса, а как будто рынка я не вижу. Ссылки на хомяков нет. Нот и тон есть. Мне просили тон. Короче, вот. USDT получить. Вот, вот так вот пишет. И вот, у меня через 3X. Через 3X трон. Да? Далее. Копировать адрес. Дима, я иду к тебе. Дима. Ну ладно, давай 2, чтобы я тоже понимала. Давай 222. Дим, я тебя скинула, я не знаю, так это короче. Вот что будет. А, это... Блин, подождите, надо написать человеку, что это. Вот сейчас отправит. USDT. USDT. TR. X 20. Просто если это так работает, я в описании это укажу. Что мне с этим делать? Туда 2 бакса скиньте мне. Забайтила. После скам игры вырос неплохо. Not. Ой, я за это честно не шарю. Как нам это пополнить? Внешний кошелек. Доллары. Далее. Вот так вот сделаю еще, господи. Зим нам не хочет доллары кидать. Будем через другого это делать. Боже, я еще с ошибками написала. Написала. Конечно, конечно, что мне с этим делать? Сам говорит, давай могу кинуть. Кидай. Доллар. 2 доллара скинь. Сколько тебе таймер на сообщение стоит? 15 минут. 35. Они не работают, да? А как сделать, чтобы работали? Таймер стоит. Ой, онлайн. Ну, то есть, вот, допустим, ТГ-шечка. ТГ. Дополнительное устройство. Вот. Время перезарядки отдельной команды. Отдельной команды. Подожди, может, я не так включила. Стоимость команды. Время перезарядки. Может, что-то не так сделала. А через что скинуть? Там же написано USDT TRX20. Откуда угодно, просто проверить с любой площадки, но проверить именно мне на этот адрес скинуть. В таймерах сделала или просто в Аманде? Что, господи, что такое Аманд? Дополнительные настройки. Понимаешь? Тут есть просто настройки и дополнительные настройки. И единственное слово про время здесь сказано время перезарядки. В командах. А как не в командах сделать? А как сделать, чтобы он сам... Блин. В командах. Сделал в командах. А как сделать не в командах? Я не понимаю. Вот, команды по умолчанию. Но я не могу добавить команду по умолчанию, как будто бы сама. Тебе нужно тут настроить таймер. Сейчас. У меня не открывается. Добавить таймер. А он не добавит готового? Блять, это мне что, все заново переделывать? Мать вашу. Ладно, пока сидим с вами, пукаем, будем настраивать. Название таймера. А можно по-русски? Переведи мне страницу. Название таймера. ИГ. Ключевые слова в заголовке потока. Что? Хватит пукать. Категория потока. Ответ сообщения. Нюансы стримера. Онлайн интервал. 30 минут. Офлайн интервал. Офлайн нам не нужен. Строки. Это сколько строк он выкидывает? Одну, зачем 5?
Что такие категории потока? Ключевые слова в заголовках. Ничего не понимаю. Работает? А ты откуда переводил? С какого-то кошелька, да? Ну, с какой-то биржи? Мне один бакс поступил. Это 45 нот. Подождите. А кто ски... А почему... Подождите, а почему мне скинул совсем не тот человек, которого я ожидала? Сережа, господи. Да. Подожди, а как ты вообще смог скинуть мне? Я тебе адрес не давала. Евро? Блин, евро. А у нас там доллары, да? Ну все. Проверили. Да, реально пришло. А только вопрос, а как ты? Я же не давала адрес. Минимальное количество строк чата за последние 5 минут необходимо для активации таймера. Что? Ничего не поняла. Можно там кидать. Вау! Другие активы. А чё, у нас есть только нот, биток и тон. Доллары. А почему евро нету? С чем вы тут разбираетесь? Вы с криптовалютой в телеге? Оказывается, это очень легко. Вспомнил, что хотела сказать. Если что, могу помочь настроить бота Stream Elements. А я вот его настраивала. Мне сказали, что я лохо не так настроила. Я его сейчас настраиваю. Разбираемся совсем сразу. У меня вообще несколько потоков просто. Вот, а я спрашивала, можно как-то на кошельке смотреть биржу? То есть, чтобы знать, сколько стоит тон баксов, сколько стоит это. Есть такое? Свалил обратно в закат. Давай, ну-ка спи. Крепко, сладко и отдыхай. Чтоб тебя никто не разбудил. Привет, сладкая булочка. Привет, Олежа. Да, вот это я лох. Инста. Что там такое? Это валюта телеги. Все могут. Вау. Поняв. Дика, извиняюсь. А если в кошельке нельзя, а где смотреть, сколько стоит тон? Который... Так. Что это такое? Так, сколько же у нас времени? 9 часов 45 минут. Як, ну-ка, нельзя так делать. Чего одетая? Ну, в смысле, в уличной одежде? Я в уличной одежде могу спокойно ходить по дому, и третья разница уличная? Нет, ну, типа, я тут сижу перед вами красивая. Красивая. И что вы мне сделаете? Но в ТГ комиссия за обмен валюты бешеный. Обмен валют. Я смотрела видос, сказали, что в P2P дешевле будет обходиться вся эта система. Кто мне закинул 0,8 USDT? Это что, 80 центов? Блять, да как это происходит? Как вы это делаете? Я не давала вам адреса. Ты что, блядь? Мне кинули 0,8 долларов. Пипец. Пойду скопирую ссылку и укажу в описании. Блять, как это еще происходит? Проверочный прифиги. Блять, я не знаю. Какие вы жулики. Тя, здесь исправим, потому что здесь у нас что-то неправильно пишет. Так, USDT. Как там правильно это пишется? Терон, ТРХ. Вы получили 80 центов же, да, это, я не знаю, это так просто мило, 0,80. Ну все, я буду богат. Бля, надо было давно сделать, мне там еще скинули, сколько, 6 баксов?
кофе предпочитаешь? Спасибо большое за поддержку. А ты, блядь, как это, я не могу, это так мило. Боже, я как будто что-то новое узнала, мне аж прям плакать хочется. Как это классно. ТРК. Подождите. ТРК. К. Хватит мне по одному переводить. А, подожди, блядь, подожди, сейчас. Или мне по два раза... А, подожди, я сейчас разберусь совсем с тобой. ТРК 20. Телега. Так и напишем, что это телега. 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 Отправить. Все. Ой. Банановый раф. Раф прикольный, но не банановый, не клубничный, ничего, что-то такое. Так, как это проверить? А, да, два раза оповещение было, все, вижу. 6 баксов и 0,8. P2P, вывод на карту, обмен, если меняешь доллар на биток, 5. А вроде бы курс зависит от времени и еще от чего-то, да? Если не ошибаюсь. Какой кофе, какой кофе? Сделанный в рожковой кофемашине. Блин, слушайте, я посмотрела обзор на свою кофемашину. Она капец сложная. Ну то есть, блин, это реально сложно. Потому что взбьешь молоко, нужно будет прочистить. А сделаешь себе кофе, тоже нужно будет прочистить. Как, ебать, там сколько манипуляций. А остальные монеты когда будут? Не знаю. А open that когда? Так какой кофе? А я ебу. Не, я правда не знаю. У меня был очень вкусный кофе. Лайф кофе или же какое-то. Короче, есть какой-то кофе, которое прям по России доставляют в такой белой упаковке и черный шрифт наклонный. Популярный очень кофе. Я его брала 2 или 3 раза. Очень вкусный, мне понравился. А он у меня закончился, и я пока купила пока жакей какой-то. Потому что я не нашла у себя в городе хорошего. Засохнет. Будешь мыть кофе? Не будь... Не имей. Не работает с немецким провайдером. Нет, ты какой-то не то нашел. Не надо ничего в рожке трогать. Ща принесу. Вы меня достали. Я ща принесу и объясню. Ребят, моя жопа сегодня накачала, пипец. Нахуй я этому сказала? Короче, сейчас. Сегодня день ног просто был. Вот эта штука добротная. В прошлой кофеварке она была прям, это я не знаю, килограмм 20 весит. И вообще вот так вот хуяк и расфигачить бошку. На в GTA R5. Накачала. Да. Ой-ой-ой. Что это такое? Что это такое? Мама, Кенни. Thank you very much. Напишите ему по-английски спасибо, что он поддерживает такую красивую пинцетку. Приятно. Thank you! Okay. Me. Выше написал. Да. Раз бред, раз месяц, да, это фильтр за резинку. Вот, про что говорю. Вот, видите, вот сюда кофе. А вот эта штука, она достается снизу еще. Но прикол в том, что, ну, за резиновую штуку. А прикол в том, что я не смогла ее достать, потому что у меня ногти, реально. Я не знаю, либо чем-то другим, либо каким-то приспособлением. Грязно, то грязно. От одного раза или от 100 раз, и только один. Мне кажется, раз в неделю вообще спокойно можно промывать. Да, я поняла, я говорю, мне неудобно. То, как ты написала, говорю, мне неудобно. У меня ногти. Ты написала, но я говорю, я не могу так. Не могу! У меня ногти, я не могу. У меня ногти быстрее сломаю, чем достану ее. О, у меня же есть пассатижи. Нет, подожди, у меня пассатижи, они ее разрежут. Ножом или... А, хорошо. Не, пинцетом не вытащить, только ножом, наверное. Не, ну она такая тяжелая. Да возьму пинцет, ладно? Блин, что он пишет? А, он не любит пить кофе? А, он не пьет кофе. Я не помню, что он пьет. Забей на нее. Она прилипла к моей купе.
Я вытаскивал. Все, я буду под лавки минус рожок. Я буду просто аккуратно делать. Буду аккуратно делать. Не знаю, как мы все сделаем. Короче, что мы Инстаграм сделали, пойдемте дальше. Инстаграм, ссылка будет. Телеграм. Делаем Телеграм. Давай. А в какой, в каком диапазоне времени это все делать, я не понимаю. Как часто, чтоб кидалось? Телега. Пусть кидается раз в 20 минут. Вот так вот. Добро пожаловать. А, кто музыку заказал? Название трека. Чай или кофе? Кофе. Я чай не любитель. Он требует пройти верификацию с моим ID немецким. У меня нет ТГ-кошелька в Германии. Он не нужен. Через PayPal оплатить можно. А я тебе поэтому и говорю. Вот у тебя, Дим, есть просто какой-то свой кошелек. Неважно на какой бирже, просто можешь ли ты с этого кошелька отправить мне $1 на кошелек, именно который у меня в телеге. Потому что у меня скопировано чисто USDT. Не пью кофе, это вам, но этого... Ладно, нормально. Каждый день фильтр вынимал 2 раза на неделю, и он... На свет чистый, не забивается. Вот, просто Зим говорит, что можно. Зима, можешь ты это сделать? Дима, видимо, не совсем понимает, что я от него хочу. Хотя я 100 раз объяснила. У Димы перезагрузка мозга. У него сервера перегружены. Блин, Мира пугает меня. Привет, как дела? Ну почему как много настроек с этими вашими штуками? Какой стримовой элемент тяжелый. Ну, блин, отстаньте. Просто посижу сама с собой, поговорю, 200 команд сделаю. И буду с вами сидеть. О, боже, что я делаю? Сори, что сори, привет. Чё сори-то? Чё сори-то? Так, ТГ исправили. Блять, какое время перезарядки? Вообще даже не чаю. Жарко. Трек скинул? Нет, трека нету. Напиши в название, просто в чат, сюда в чат напиши, да и все. Просто в баллы канала ты этого не сделаешь, если что. С Binance на ТГ 100% можно, сам кидал. Ну вот, я понимаю, что ты меня хочешь, но я же сказала, что не вышла со своего, потому что я хотела попробовать через бот в ТГ. А к ней нужно через бота в ТГ. Нюс скинул, видишь? Нет. Писал. Это было название трека. Я думаю, что ты мне написал? Ладно, извините, сейчас клетю. Простите. Я не сообразительная. Я тут что-то делаю. Не понимаю, что мы сейчас делаем. Донат. Давай каждые 40 минут. Ух ты, как он сильно дует. Ай, не туда.
активировать. А как вот я таймеры сделала? А чё, почему их это самое, ну, не видно? Какой это цвет волос, мистический индиго. Интерфейс Binance, полное говно. Так, не, ну так-то нет. Я вот когда привыкла, мне вообще нормально было. Но я не пользуюсь сейчас, хоть открою там, ждать верификацию с паспортом. А если ты не пользуешься, у тебя там денег нет, нам не проверить. Зим, ну скинь один бакс, достал меня. Включен, и по идее после этого должен выработать... Что? Где? Айтмер? Что такое айтмеры? Можно ссылку просто скинуть? Ничего не понимаю. Добби украли, он в магаз ушел. Он что-то хочет там все купить. В списке таймеров. Ой, привет, Кунич! Так я включила все. Все, ждем. Ждем, сколько ты там минут включила. На Binance нужно... Ой, добавить тебя в белый список с телефона. В смысле с телефона в белый список еще? Чем занималась? Сегодня встала, сходила на тренировочку, пришла домой, обожралась, как не в себя. Обожралась и чё? В рекомендациях момент, где тут... Ой! Я ебу! Значит, тебя трусы мои интересовали, поэтому ты, ну, ты увидел. Манул! Мула! Манул! Ну, манул! Говорю же, манул! Вы не понимаете? Блин, блинский. Слушай, ребят, 5 минут уже прошло, почему он мне не показывает? В смысле я не сохранила интервал 5 минут? В смысле я не сохранила интервал 5 минут? Сохранить. Сохранить. Все. Как он не сохранился? Адрес долларовый ТГ. ТГ адрес долларовый. 2x. Сейчас я всех копеечки понасобираю и это самое. Уже 8 баксов имеем сегодня. Доллары. П.
получить? 3 экселитон? Ты сами рожа. О, я забыла, надо фотки скачать. Боже, сколько, какая пиздец деловая. 3x скинула, не волнуйся, 3x. Мне еще фотки прислали, фотки скинуть. Ой, скачать надо с фотосессии, господи. Ничего не успеваю, все сама. Девочки, я такая занятая. О, господи, как тяжело быть стримером, ой. Блядь, где эти фотки? Их еще, сука, обрабатывать надо. Еще, сука, надо видос выставить. Который не выставляется, что с ним делать? Через 10 минут увидимся, давай. А почему через 10? Мне стало страшно. Вдруг у меня там... Блядь, он что-то роняет. Он сейчас скажет, что он это, сука, не специально делает. Я тебе сейчас, блядь, тресну! Сука. Это не клевета, это правда. Ты шумный, это факт. Я просыпаюсь, потому что ты шумный. А ты душная. Ты тоже, и ничего. Ну, как-то же... Вот, да, берем. Да. Какой лучше выбрать, на что смотреть? Слушай, покупать, что и покупают все HyperX. Опачки. Вау, у меня работает бот. Офигеть. Короче, смотри, ты можешь купить вот эту сосочку. Короче, можешь купить, как и у всех, HyperX. HyperX, который X. Вот, либо, если у тебя есть лишние 50 тысяч, купить другой микрофон. Я не помню, как он называется, но он много у кого на стримах есть. Если зайти, в описании у них есть. Он такой черненький, такого же примерно рода, такой черненький. HyperX, да, дорогое говно, Fifan дешевле и лучше. Не называй меня так. Поножусь, да заклю. Так, инста. Давайте инсту 20 минут сделаем. В инсте слишком красивые фотки, чтобы их так редко видеть. Сохранить. Вот, и все, да, у меня получается Инстаграм 20, телега. Давай мы сделаем не 5 минут, а 15. Телега у нас 15 минут. Телега 15 минут, донат 30. И Леон 30. А, 40 минут донат. Все. Господи, как это было сложно. Люблю Элементс. Добро пожаловать, извините, все. И я надеюсь, что сейчас я уже закончила. Короче, хочу вам маленькую одну фоточку показать. Киностримы. Ну, если фильм закажут, да, но у нас редко что-то заказывают. Чепуху я тебе прислала, Кенни, адрес Тон Сити. Трон. Подождите. Я же тебе 3x скинула. Банковский. Ну, я пошла мне нафиг, все. Ладно, Дима, оставь. Так и быть, не буду твои деньги брать. Я, конечно, ну, боже, ты их так не даешь, господи. Так и быть, ладно. Не буду у тебя их принимать, правильно. Подождите. Боже, что, кого тебе дать? Кинь адрес Трон Сити. Нету Трон Сети. Что? Что такое Трон? А, 3x. Так я ж тебе скинула. Господи, ты что, мне не веришь? Зима. Дим, ты меня огорчаешь. Дим, я тебе его скинула. Я его тебе скинула. Вот. 3x, Трон. Так я его тебе скинула. Ты что?
на пару минут заглянул, во времени нет вообще, машину разгружать надо, побежал, обязательно заходи. Короче, быстрее машину разгружайте и быстро ужинать и под меня ужинать. Опачки, песенка подъехала. Спасибо большое. Это веселая песенка, которую ты полчаса назад заказывал. Сейчас она лет через 100 включится. А нет, она уже включилась. А что, ты умеешь сразу музыку включать? Ты врешь. Я даже не обедал, тем более нужно ужинать. Короче, смотрите, маленький отрывочек. А, блин, подождите. Блин, запуталась. Вот. Это на десятку у меня стоит. Дайте погромче. Смотрите, это одна из фоточек. Сейчас еще что-нибудь найду и покажу. Все вам показывать не буду, ладно? Все не буду показывать. Самое красивое оставлю. Блин, какое у меня лицо странное. С одной стороны оно нормальное, а с другой стороны оно такое широкое. Вот. Боже, как это вообще? Вот как это вообще? О, это что такое? Ой, девочки. Нет, вот эту я выставлю, значит, ее вам показывать нельзя. Покажем что-то похожее. Вот давайте вот эту покажу вам. Смотрите. Я по старинке, документы немецкие, не принимают оплату через евро. Не, суть в том, что, в принципе, странно, что Telegram — это Telegram. И какая разница, в какой-то стране? Ну, почему? Смотрите, смотрите. ТРХ, ТРС. Боже, что? Ты говоришь ТРХ, а написано ТРК. А ТРК, подожди, а как? А ТРХ? Подожди, мы тогда не то и написали в описании. Доллары. ТРК, а не ТРХ. Почему ТРХ? Все, посмотрели фоточку? Все, больше не смотрим. Сейчас исправлю еще в описании. А, ТРК. А, нет, в описании все правильно. У меня нету ТРХ-а. Где? Что? Как это тут получается? Я не знаю. ТРХ-а нету. Со стримершами встречалась? Нет. Недавно нет. Недавно нет. Чё, я, короче, я поняла, вам мои фоточки не интересны, да, я вам ничего не буду показывать. Что ты мне скинул скрин? А, тут, блядь, на телеке. А, кстати, как на телеке качество? Как на телеке качество? Дима, инстес... Инстимов! Блин, как сложно. Могли синяки попроще выбрать? Конечно, интересно, ни одна штука мне не написала, что, блин, какие классные. Не то, что я красиво, похуй. Нет бы сказать, что, блин, очень прикольные кадры. Ни одна, сука, мне не написала, поэтому я больше не покажу. Ничего не покажу. Буду одна смотреть. Вот я смотрю сейчас, да. Я вот сейчас смотрю. Угу, смотрю. Угу. Вау. Руки заняты. Конечно, конечно. Не оправдывай их, не оправдывай. Боже, ну вот эта фотка просто секс. Я такая, типа... Я такая, типа, тигрица, такая... Выпросила, да, получается? Выпросила. Опять себя трогает, это так прикольно. Да, она меня... У меня и так нервный тик, если я постоянно трогаю. А так я пришла на фотосессию, она говорит, трогай себя, такая... Короче, я только что и делала, себя трогала. Трогаю и трогаю, трогаю и трогаю. Там неебейшее количество фоток, просто реально.
Она, конечно, классно фоткала в том плане, что она фоткала черно-белые, и у нее сразу же цветные сохранялись. И она мне по работе показывала в черно-белом стиле. И, блин, я ненавижу черно-белые фотки, но это очень красиво получилось. Сейчас что-нибудь примерно скину черно-белое. К примеру, потому что реально очень красиво. Она еще назвала «Прекрасная Саша». Господи, как она мила. Ну, типа, посмотрите, как в ЧБ это получилось круто. Блин, когда вам поближе надо сделать. Блин, вы не видите, она маленькая. Все, больше не покажу. Все. А не в ЧБ, не зачет, да? Ну, все понятно, понятно. Уйди отсюда. Это оскорбление. То есть, прикиньте, в черно-белом фотки могут быть охуенные. Вы где вообще такое видели? А вот и не уйду. Ладно, кидай деньги. У нас бесплатно не сидят. Дальше только платно, да. 10 тысяч отбираем с вами фотки в инсту. Вот так вот, вот так вот. Будете говорить, какая красивая, какая нет. Но так делать не надо. Это я должна без вас сделать. Хорошо. Прикольная была фотка в начале. Да блин, там очень много классных фоток. И мне что нравилось, фотосессия длилась, ну, целый час. Целый час. Блин, так-то, блин, хотела вам историю, но рассказать, но уже спойлер сделала, поэтому не расскажу. Короче, фотосессия длилась час, очень много времени. И сейчас скажите, что она не специально делает. Короче, фотосессия длилась целый час. И так получалось, что мы, допустим, одну позу, одну локацию отфоткаем, и она мне это показывает. Сумма выкупа должна быть не менее 8. Чё? Ну, значит, отправь не 8 баксов, будет донатом считаться, Зим. И он пошел посуду мыть. Я забыла, о чем я говорила. Слабо выгулять банан на поводке. Слушай, а если он не будет вперед идти, что, как я его выгуляю? Телики разные, с разными матрицами, технологиями. Есть. А, я, короче, Дмитрий из Тимов могу для вас сделать качество 2К. Ну, и, кстати, ну, немало людей смотрят меня с телека. Я думаю, вы нахуй это делаете? В смысле с телека? Я бы на себя на телеке точно бы не хотела смотреть. Так вот, короче, я могу сделать разрешение 2К. Это просто качество не поменяется, но разрешение будет 2К. Да, целый час. То есть, если обычно меня фоткают полчаса, то здесь целый час. И очень много времени уделялось тому, что она мне показывает. На всю жизнь вперед, Кенниш Донат. Помогите, модеры разводят. Мне этот модер ни разу даже песенки за 50 рублей не заказал. Вы посмотрите, вот жмот. Жмотина, жмотяра. Я хочу лишить тебя донатной девственности. Что, ты против? Когда это должно было бы произойти? Да, часы охуенные. Еще о чем-то хотела с вами поговорить. Я всегда забываю, о чем я хочу с вами поговорить. Про кофемашину рассказала, про... В этот четверг у нас точно должна быть тренировка, я не знаю как, но точно, точно, точно. В этот четверг точно идем на тренировку. Не знаю, не знаю, просто идем. Просто идем. Завтра вторник. Какой завтра стрим? Просто, знаете, вот делайте рейлки, если уже ехать куда-то не на красную. На красную же неинтересно. Я уж там все исходила. Заполучить здоровую порцию наивности. Заманка сюда. У вас девушка вышла. Какая заманка? Комбо, альтушка плюс милфа. Блядь, я не альтушка, ребята, чё?
Наконец-то посмотрим на обтянутые спа... На меня фокусируйся, спасибо. Оу, yeah. Еще один хит, и я должен отлучиться. Ты пойдешь по работе что-то делать или что? Ну и ты же куда ты пойдешь? Ладно, разрешаю. Что он мне на английском спросил? Ребят, переведите. Мы начнем учить английский, но не в этой жизни. Больного человека девственность решает. Слушай, больной человек, он не загружает. Он не загружает, прикиньте. Он не загружает музыку твою, я вручную ее включу. А, напишите ему, что я не могу быть партнером, я русская. Я русская. Загрузился, спасибо. А я уже вручную включила. Цветут розы есть, где посидеть, здесь людей мало. Краснодар. Где там розы цветут? И у вокзала там не будут связи, стоп, роз. Розы. ЖД, подожди, Краснодар 2. Где Краснодар 2? Я вроде Краснодар 1 знаю. Других, что ли, куда? Нельзя других смотреть, я вам не разрешала. Какой Краснодар 2, да? Краснодар 2. Желе... Ух ты! И где это? А, так вот он где! А где там розы? Пупс. Пупс, а куда здесь именно-то идти? За вывеской вы, девушка, сделали название этого Так, подожди. Как глупец последовал за вывеской. Кой вы, девушка, сделали название этого стрима выше. Ты типа перешел по моему названию трансляции, я не могу понять. 2К будет интересно. На стриме включаю и делаю свои дела параллельно. А, понял. Давай тогда со следующего стрима, сейчас я не смогу это сделать. Посмотри на нее, скажи спасибо, да реально, знаете, не каждому такое. Где там розы цветут? И вообще, я хочу вот в эту Чистяковскую рощу доехать. Она мне капец не нравится, но там хотя бы белочки, это хоть какое-то разнообразие от красного. Мне красного зацепало. А еще мы ждем, когда дадут нам этот. Еще мы ждем, когда нам дадут этот. Кого? Йоту дадут. Приходишь через досмотр в... на перрон. То есть ты мне предлагаешь постримить на перроне? Сейчас буду постримить на перроне. Вау. Классно. Ух ты. Дорогой. А, блин. Дорогой. Я хочу сказать, ты дебил, но мне иногда кажется, что люди обижаются, когда я так говорю, потому что они не понимают шутки. Типа, я не оскорбляю, но вместо дурака я использую это слово. Спасибо за песенку. Добро пожаловать. Есть одно прикольное местечко в Красе. Как бы с вами туда сходить? Просто дело в том, что... Что? Что? Дело в том, что... Там может не быть связи. Это то место, если кто помнит, мы ходили кресло смотреть. Кстати, прикиньте, если вот я этот месяц сижу нормально, все с хорошей рекламой, то я, грубо говоря, могу себе кресло купить, и как бы я в минус, грубо говоря, не уйду. То есть вот эти деньги с... рекламу чисто на дом откладывать и вот, допустим, стул купить. С вами это... В смысле не пойти? Ой. Громадный минус являясь той самой...
макушки до пят книжным червячком. Сидеть взахлёб читать. Мне порекомендовали Стивен Кинг «Долгая дорога». Прочитала я страниц 50, но вообще не затянула, она мне теперь валяется. Шутка. В трусах мешутка. Шутка. В трусах мешутка. Еще много до дома осталось? Конечно! 5,5 миллионов. Логин Twitch. Одна Модерка Уминдер, серия 140 стримов подряд, 500. В смысле? Ты чё, дурак? В смысле стальная крыса? А, я думала, я крыса такая, я тебя хотела сейчас разъебать, реально. Speak English? No. Very bad. Стальная крыса. Я в доли секунды такую ебучку приготовила для Зима, а он... Это, оказывается, название книги просто. Ну, допустим. Гарри Гаррисон? Стальная крыса. Я дико извиняюсь. Короче, ладно, давайте выражусь яснее. Я хочу фантастику наподобие кладбища домашних животных у Кинга. То есть та классика, где плюс-минус реальность, но как бы что-то ненормальное есть. Вот наподобие такой фантастики хочу. Очень легко шло. Только почему девушка повесилась на мнение большинства насчет Кинга? У меня никто не вешался. То, что я читала, там никто не... Мгла? Нет. Это у Стинга, да? Мгла же тоже. Мгла. Стинг. Или у кого? У кого такая мгла? Ужастик же. Не надо ужастик. Ну не фант... Нет. Короче, не ужастик. Не ужастик. Но мне понравилось то, что в этой книге я читаю, а я очень хороший вот этот, как его, ну, мечтатель, фантазер. Я очень, вот, мне нравится прям. И я полностью представляла эту картинку себя в голове максимально детально, как в фильмах, и мне это очень нравится. Стивена Кинга. Есть туман? Мгла нету. Ты уверен, что мгла? А, книга «Туман». Да... Слушай, мглы нету. Туман. Он мне какой-то туман все выдает. Да, стреляла из пистолета, из винтовки и из лука. Из лука, который, знаешь, старый, где нужно натягивать ручек. Очень круто. Фильм прикольный. У меня в коллекции есть мгла. Так, забились на 2К. Если попаду на твой следующий стрим, все хорошо. Давай! Хорошо тебе вечерочка, забегай по возможности, обязательно. Отойду на 5 минут, давай. Слушай, ты уверен, что он не про мгло написал? Стивен Кинг. Кинг. Туман. Мне кажется, ты мне наврал. Загугли сам. Нету такого. А почему ты сразу нюдисы это предлагаешь после ставки? Я не понял, ты что, меня хочешь на ставках продать? А, у них время одинаковое стоит. Туман это есть. А что, могли сразу сказать? Потому что я говорю, я набираю мгла, он мне выдает туман. Я жду от человека ответа, он мне не отвечает, уже 10 минут сижу. Сижу как дура, блин, сижу. Сейчас заплачу. Ой, Стивен Кинг. Туман. О, приветики, пистолетики. Ой. Ча, подождите. В смысле, свет появился, а до этого что, света не было?
Ой, перевод корявый видео, мгла, наверное. Да нету мглы. Погрешность перевода. Туман — это фильм, мгла снята по его книге. Тупанул. Все, окей, пойдем покупать туман. Туман. Ух ты, она еще стоит всего 400 рублей. Сюда, сюда, сюда. Не смотрела? Нет. Насколько... Насколько старый этот фильм? Не, я сначала книжку почитаю, потом буду смотреть. Отстань, не спойлер я. Большое отличие будет. Ваш заказ подтвержден. Спасибо. Ой, можно я за одну краску? Вот все, мы зашли на Валберес. Зачем вы это сделали? Краска. Краска. Посмотрю, есть ли моя краска в наличии. Чтобы красить волосы. А, ее до сих пор нету в наличии. Капец. Ребят, у меня уже... Я только-только покрасилась, у меня уже цвет вымывает, плюс солнцем. Я вообще, у меня уже белые пряди спереди. Давай на Озоне посмотрим. Да, концовка пипец. Снова фиолетовая, снова фиолетовая. Есть на... Ой, настольно... А! Бля! Сука, уголок. Блять, блядская колонка, ёбарот, только зимно. Прям таким местом нежным. Вот знаете, где эта выпуклая внизу-то лодыжка? Господи, блядь, как это вообще получилось? Ох, как это больно. Ой, как... Ну все. Ну все. Ой, что-то хрустит. Нет, не мизинчиком, вот этой круглой штучкой под низом. Рассказ 80-го плоскоземельщиков. В смысле, нужно менять, ничего не нужно. А, знаете, что вас хотела спросить? Так, понятия особо не имею, а вот с этого вообще к Рахпал ниже. Если бы все вы бы мне доверились? Честно, сложно довериться, потому что я купила две книги по советам, и мне обе они не нравятся. Да мы стукнулись лодыжкой. В очереди на интервале теперь. Ой, вся жизнь таким моментом перед глазами пролетает, есть такое. Добро пожаловать. Это, короче, может кто просто из вас фанат, не фанат, или просто знает хорошие игры. Есть какая-нибудь тематическая монополия? Тематическая, там, не знаю, Марвел, Звездные войны, Вселенная. Я не знаю, ну просто какая-нибудь тематическая, непростая монополия, какая-нибудь классная. Кайфую, вообще кайфую. Посмотри, Кара Саган, мир полный демонов, фанатка Настя зайдет. Не фанатка демонов. Да сейчас я читаю про Уилла Смита. Гарри Поттер. Вот, кстати, про Гарри Поттера. О, сюда, сюда. А как? Монополия Гарри Поттер? Настолках не бум-бум. Я тоже была в настолках не бум-бум до определенного времени, пока не попала в компанию, которая каждую неделю собиралась и играла в настолки. Боже, одно из лучших моих решений было. Очень охуенно. Способ оплаты, мои заказы. Мне нужны мои заказы. Дайте мне... А как бы... Блин, где краска? Мне нужна краска моя. Ой, мы что, термопасту покупал? Ух ты! Ух ты! Я забыла, мы термопасту же еще покупали. Блин, прикиньте, вообще нигде моей краски нету. Потому что фиолетовый пользуется популярностью. Тоже играю, когда собираемся. Вот. А у меня есть еще одна очень классная настолка, пьяная Уна. Там вообще в Зюзю Уилл Смит, а я же сказала Уилл Смит. Смотришь аниме? Да. Но пока не смотрю, потому что тупо не до этого. Не так много времени на про что-то смотреть. Черная башня. Их много. У всех работа не так часто получается.
Но зато эти вечера самые теплые, когда ты сидишь, вы либо пьете чаек, как старпёр, либо под алкоголь какой-то. Ради вашей девушки здоровья, спокойствия, так самый приличный по поведению человек на всю эту тему и заберу тактику молчания. Реально, чтобы не попало, лучше, блин, молчать. Привет, Бонафабрик. Айнрейд, что? Эффектное появление. Мне сказали, стоп-кадр хороший был. Звук есть, я все вижу, не время. Ну, я не знаю, либо это этот, но не знаю, либо комп. Но винда новая, не должно быть такого. Домру есть, но не во всех районах. В моем районе, к сожалению, только Ростелеком. И что хочешь? Это панировочные сухари. На моей кухне хозяйничает, мне немножко страшно. Только Ростелеком, МТС, Билайн, но это сразу нет. И есть еще какой-то местный провайдер, который, первый, он супер дорогой, второй, он ублюдский, он постоянно отрубается. Как у парня дела? Он в Киров возвращается. Ну, может, потом обратно сюда приедет. Из живности есть. У меня микро... Кто ты? Что ты? У меня Петя умер. Я его, значит, мухами кормила, а он умер. Недолго счастливая жизнь у него была. Короче, у меня маленький подгоревший бублик бегает. Черный такой. Я бы показала, но она меня будет кусать, если я его возьму на руки. Да он не в трусах, это Глебина бандана. Пусть оставит. Вот он с красивой Пикачу. Перекормила. Да я реально не знаю. Я так переживала за этого паука. Ну, я ему реально по две мухи чуть ли не каждый день, потому что я не знаю, откуда эти мухи берутся. Я их просто ему туда кидаю. Не выдержал, похоже. Я не знаю. Ну, короче, обидно стало. У меня теперь нету паука. Был, сплыл. Какая жалость. Так, давайте подумаем, что, когда нам рылку устроить и куда сходить. Либо мы можем какой-нибудь фермент начать смотреть. Просто посмотреть. Что такое? А, комедию. Ну, лучше, блин, вечер... Комедии лучше вечерком, да, так перед сном посмотреть? Ой, боже, куда я зашла? Что я делаю? В аквапарке на пляже. 200 тысяч не задонатили, чтобы в аквапарке. Кружочек под диваном завалялся. Белочки. Ну вот мы можем сходить погулять к белочкам, белочек найти. Либо фильмец посмотреть. В четверг тренировка, выбираете. Не, вам что, шутка какая-то? В парк Галицкого? Я не могу в парке Галицком гулять. Я в парке Галицком стримила 200 миллионов раз. Но есть маленький нюанс. В парке Галицком все ужасно со связью. Вот есть одно место, где я сижу, и там стабильный интернет. Но шаг вправо, шаг влево, все, интернета нету, стрима нету. Поэтому я жду, когда мне дадут йоту. Сказали попробовать модем, через модем йоту постримить. Я посмотрю, получится или нет. И отключу Билайн, если йота будет хорошо стримить. Ну, не факт вообще. Кто на сколько килограмм? Он, она может? Подожди, кто он? Аукционные фильмы за баллы? Я не умею ваши аукционы. Я видела, но я не умею ваши аукционы делать. Стадион? Да, стадион охуенный. Мне очень нравится там быть. Но и там есть очень крутая это... Там есть очень крутая бургерная. Я бы с вами туда сходила, но нету, сука, нету связи в этом Галицком ебучем. На стадион реально попасть? Да. Я за 1500 неделю назад попала. На футбол. На матч года «Зенит». Ой, Краснодар. «Динамо». А, сайт рулетка. А ты возьми и научись. Вам надо, вы учитесь. Вам надо, вы учитесь. Поняли. Вот и все. Что вы устали? Вот и все.
Привет, как дела? Добро пожаловать. Ау, что я делаю? Копировать. Где же вы? Вот, сюда. Ух ты. А где? А, вот месяц. Не, вы слышите? Вы слышите? Вы слышите? Вы представляете радиус пиздеца? Ничего не слышно? Да как слышно-то? Должно быть слышно. Нет, там просто, знаете, допустим, если сильно сковородку раскалить, там будет масло, и если резко туда налить воды, вот там точно такой же звук. Там, походу, пипец в моей кухне. Вау! Вау! Но это ненадолго, Сохранить. Он еще... знаете, на самом деле, прикольно вставать. Ну, Глеб, блядь, романтик. Знаете, как классно вставать, и у тебя... А у тебя блинчики на столе. Сука, вот уедет завтра, кто мне будет блинчики готовить? Потом убирай... Да-да-да-да-да-да! Еще убираться потом. Что такое? Ну я видела, да, стоп-кадр у меня, он тоже был. Я головка, сварщик. Кухня не выжила. Привет, кухарь. Я? Мы 100 лет не делали кукинги. Привет, аниме. Кто видел кролика Роджера? Ой, это я смотрела. Да там капец все шумит. Лишь только тогда вновь благодарил я вас, девушка, что смогли на пару минут вашего знатого потока. Слушай, я тут вообще всем время так ты уделяю, так что не волнуйся. Попрощаемся на хорошей ноте в обоюдности. Надеюсь, в ответ на то, что такой встречи у меня на памяти об вашей образе только цвета воспоминания о себе, я вам смогу темное оставить, не сумею. Короче, симиляр? Забегай к нам еще обязательно. Нет, не картошку. Он делает курицу. Каго. И какие-то грибочки. Небольшой офтоп, какие прикольные имена, знаешь, для мальчиков. Мухаммед, Симба, Зевс. Не, вы реально, но так-то их детей называют такими именами, всякими люциферами. Кари. Стейки жарит. Ой, на Калине в этот раз покатаемся, нет? У меня, кстати, было опыт вождения Калины. То есть у меня что-то... Короче, как-то так получилось, что мне нужно было перегнать машину от вокзала к аэропорту у друга. Калина, а я, сука, ненавижу русский автоваз. Я, значит, села в эту колено, был минус 200 градусов, но это еще в моем городе было. Ей плохо, она не прогревается, она не едет, я такая, блядь, я еле доехала до этого аэропорта. А для меня ездить на таких хуевых машинах — это стресс. То есть мне не нравится, когда, допустим, нужно супер сильно сцепление выжимать, пережимать, я тускло ненавижу это. Вот Ford и Kia очень плавные вот в механике. Полчата закипит. Рустачки, много места в салоне? Не-не-не-не-не. Я тут в одном ниссанчике поездила, в японском у нас, вот у челика, электричка в чате. У него ниссан, ебать, он прям по внутренности, он как Волга. Ты садишься, как будто Волгу, там спать можно. Яйцеслав. Перед готовкой пробовал поход. Полчата готовы хоть блинчик, хоть кофе с чаем подавать 24/7. Да. А я выбираю дебилов, которые не хотят. А с такими интереснее.
Мое тело скрыто за это никак. Встречалась с челом из чата. Но у меня очень много людей из чата, с кем я как-то сконнектилась вживую. Вообще, у меня, блин, вот реально такие охуенные ребята. Ну, с кем-то есть, с кем перестали общаться. Но, тем не менее, это не портит, ну, впечатление о них. Блин, вообще все такие классные. Ну, понятное дело, не встречаюсь с первым встречным. А ты какой-то период времени довольно долго общаешься с человеком. И, блин, все такие классные пипеги, они все такие разные. Но все такие мудрые, блин. Вообще, он мне очень нравится. То есть у меня появляется больше людей, которым я могу доверить свое решение, спросить какой-то совет у них. В надежде трахнуть. Ну да, но все меня хотят трахнуть, ты лучше знаешь по факту, да. Оценили новый трейлер. Кстати, да, нужно Веном смотреть. В старых иномарках тоже много места. В старых иномарках. Че хочешь? А тебе сейчас сами все эти салфетки? Нет, я тебя просила их не использовать, потому что это были последние. Со слухом ничего не было. Со слухом, блядь, ничего у тебя, да? Сука. Вот почему нельзя сморкаться, блядь, в туалетную бумажку? Сука, нахуя использовать вот эти полотенца, которые вот такие вот, блядь, чтобы высморкаться вот такое вот, вот и выкинуть, блядь, вот нахуя? Молчать, блядь, ты мою, сука, полотенце использовал! Не полотенце, салфетки. Это полотенце, это не салфетки, салфетки маленькие! Блядь, из ткани, блядь, полотенце вытирается после душа. Это бумажное полотенце! Так уточняй! А я тебе уточняла! Я сказала, не трожь их для своих соплей! Полотенце — это одно слово, бумажное — это уже две слова! Сука, иди отсюда! Блин, я не могу! Экономия должна быть экономной. Ну серьезно, вот тебе надо высморкаться, возьми ты. Ну я всегда в туалетную бумагу сморкаюсь, потому что там вот такой вот, блядь, бумажка. Сука, нахуя вот такое полотенце тратить, когда ты можешь, блядь, полкухни вытереть? Ну, первоначалка 3 миллиона, но первоначалка везде по 30% идет. По 30%. Такой и плюс. Подходит и говорит: а у тебя огнетушитель есть? Ну, мы решили половину внести. Огнетушитель. Нет. Ой, штрих. Не люблю такое. Я не совсем понимаю, что такое штрих, и не хочу даже отвечать на этот вопрос, я не понимаю. Серия дом 2. Это... Не, если на горизонте появляется Глеб, все, это пизделка у нас с ним. А вы говорите, блядь, встречаться с ним. Это не мой типаж человека еще. Блядь, уебать готовы друг друга. Так. А потом, когда мы понимаем, что ты подружить, пока-пока. Блин, что со мной столько людей попрощались, когда я сказала, что мы только дружить. Блин. Ладно. Насчет Лады, но бич всех рус-машин, долбоёбы владельцы, абсолютно каждую деталь сам устанавливаю. Герметику, уплотнитель в салоне плюс 34 градуса, в минус 36 был. Уважайте, АвтоВАЗ уважает. Ну да, но опять же, согласись, я девочка, которая, думаешь, хочет ухаживать за машиной, особенно за Ладой. Нет, я буду ухаживать за иномаркой, но мой уход будет какой? Я привезу ее в обслужку, хорошую, все. Дом купил в Елизаветке без первоначалки и в самолетах студию. В смысле? Ты чё, айтишник? Меня вообще без первоначалки никуда реально не берут. Ну, то есть, везде нужна первоначалка. По какой-то программе покупал? Челы... Мне нравятся челы, которые покупают по 6%, ну, дом, ипотеку, и без первоначалок. Они такие, блядь, а я тут это самое. А потом у них там, блядь, многодетные семьи, там рук-ног нету, они, блядь, инвалиды, либо они айтишники. Такой, пиздец, вы серьезно? Нахуй вы мне это говорите вообще? А если ты обычный человек, купил, рассказывай. Чего взяли, что полотенце без соплей, для соплей? Что полотенце для соплей? Я ему сразу сказала, полотенце не для соплей. Он, да, не понял. Писька, блин. Я не IT. Боже, что? Да, что хотим? Поздно, почему это вопрос. Если я хочу что-то за... зажарить, типа в масле. Ну, надо в масле. Масло сначала разогревать или горячую? Не, лучше разогревать. Оно у тебя начнет быстро. А не начнет, типа. Ну вот на раскаленную положишь, начнет. Тоже так думаю. Проверим, блять, просто. Ему очень важно, чтобы была кухня. То есть он, когда ищет какую-то хату, ему нужно, чтобы была кухня.
Он любит готовить. А теперь внимание. Где музыка? А теперь внимание. А где музыка? Блять, неужели из-за того, что я провода пошевелила, мне музыку выключил? Нет. А, вот музыка. Короче, он любит готовить. Но есть один маленький момент. Я тут с утра захожу в кухню. Ну, он варит яйца каким-то странным образом. Такая, ну ладно, пофиг. Как оказалось, как он варил яйца. Он кинул их в кипящую воду, 5 минут засек и достал. То есть, я не знаю, в моем понимании яйца как меня учили варить. Заливаешь в воду, доводишь до кипения и кипятишь 5 минут. А так яйца получились, ну такие... недоделанные. Я такая говорю, ты что, ты, ну, готовить любит, а яйца варить не умеет. Готовят лучше, не лучше готовят. Привет, красавица. Чего не нравится? Поймите, я всего лишь нашего. Пошли нахрен. Согласна с тобой, абсолютно права. Из дорогого к автомобилю средство передвижения. Для меня автомобиль огромная любовь. Вот мне кажется, допустим, если бы я купила прям какую-то тачку, которую бы я хотела сама, а не то, что мне предлагают там или по каким-то советам, что выгоднее, а прям которую я душой хочу, мне кажется, я прям реально была деньги, ну, вкладывала в нее и в целом интересовалась бы, что и как делается. Мужчина, который готовит, это заебись, это факт. Ой. Яйца пашут. Человек! Я просто по обычной. Ты по обычной ипотеке взяла без первоначального взноса дом? Как? На кухню лучше не заходи, есть такое. Просто прикол в том, что я, ну... У него чашечка, он чай макает там, да, и потом, ну, просто макнул, и потом идет в мусорку, открывает и выкидывает. А все это время он капает. Он капает на пол и по моим нервам. На пол, который, сука, только что прибрала. Так-так-так. Так. В смысле все так же? Сука, для вас отдельное место в котле, я вам отвечаю. Вот люди, вот которые вот такие вот свинцусы, вот для вас отдельное место в котле, которые моют посуду, у них, сука, все, блядь, в воде, кроме в раковине. Ну, то есть в раковину хуй вода попадет, зато на стены, на пол, везде будет вода, но не в раковине. Блядь, сука, как можно еще такими людьми жить? Да, рассказывай, да, про ипотеку рассказывай. Это любовь? Нет. К мусорному ведру? Блять, я его не могу учить его. Есть на примере, что прям... Нет. Я выбираю автомобили чисто визуально, поэтому, блин, сложно как-то судить, что душа не душа. Я чисто визуально выбираю тачки. А потом нужно идти и сидеть и смотреть. Но все тачки, которые у меня были, на которых я ездила, это не те машины, которые я лично хотела. Это были купленные как-то не по моему желанию. И в итоге они постоянно ломались, постоянно что-то не так было. И это дико невероятно бесило. Поэтому я сказала, следующую машину, которую я буду покупать, покупаю ту, которую я хочу. А не которую, блядь, меня там скинет то, чем... Не которую там, блядь, не знаю, мужик мой в дальнейшем, блядь, захочет. Или что, я не знаю. Потому что первая машина была, это молодого человека машина была, вторая машина. Просто такой был момент, очень просто звонит и говорит, поехали тебе машину покупать. А я с хуем, нихуя, мне вот нахуй машину. То есть я, да, отчима действительно просила машину, говорит, типа, помоги. Но в тот момент, когда она мне была нужна. А через 2 года он мне пишет такой, ну тебя поехали машину покупать. Такая, а нахуй она мне сейчас ему нужна? Ему надо было не просто нести пакетик. А вертеть ее за веревочку, тогда на пол не упадет. А, за веревочку вертеть. Там больше капли. Чем сильнее вертится, тем больше влаги, тем бы вышло. А, Бентли. Хорошо. Привет, программист. Матис нет. Ирина подсказала, и мы купили. Через справку, сделанную Ильчом.
даже кондей включила. Да, мне жарко. Которые каждую секунду приготовки на месте, посуду сразу мою каждую секунду, но посуду сразу не мою. Знаете что, я подумываю над тем, чтобы купить... Я задумываюсь над тем, чтобы купить внешнюю посудомойку. Вы скажете... Блять, вы знаете, сколько посуды во время готовки у меня? Я готовлю от души, но я люблю готовить. Я не грязнюля, но... Здесь тарелка, здесь ложка, вилка, здесь еще одна тарелка, а здесь кастрюля, а здесь, блядь, а еще сковородка, а здесь, блядь, еще и тетерка, а здесь еще доска, а еще вторая доска. Сука, молчи! И набирается целая гора посуды. Конечно, я, блядь, хочу посудомойку внешне, но она такая, чисто как микроволновка выглядит. В стрингах, конечно, я всегда в стрингах. Да нет, обычно это ипотека. Нету ипотеки без первоначального взноса. Что ты мне говоришь? Я не понимаю. В Красе сейчас еще очень душно, очень жарко. Кто шумит на фоне? Братик. Братик. Если не душит жопа, покупать таблетки для посудомойки, то кайф тема. Но это то же самое, что я купила кофемашинку и покупаю машинку и покупаю кофе. Что за буйвол? Без всяких этих характеристик. Да как? Блять, в 22-м покупали. В 22-м тоже нужна... В 22-м тоже нужна была первоначалка. Как вы купили? Дай мне своего риэлтора, быстро! Быстро, я сказала. Посудомойку сначала очистить тарелки от всех, потом... загрузить, потом разгрузить. Да у меня тарелки изначально сразу чистые. Думаю, знаете, блядь, тарелки могу вылезать реально. Если блюдо вкусное, а я готовлю вкусно, я эти тарелки вылезу, потому что, ну знаете, вот вылезать это самое вот вкусное, вот прям вишенка на торте. Когда особенно какой-нибудь соус вкусный. Платил застройщик. А ты в эту квартиру не сразу въехал? Шкода Октавия? Нет. Нет. Мне нравится Додж. Мне Додж нравится. Значит, на Шкоде сами свои ездите. Ауди РС, да, тоже очень крутая. Ну, ты кофе пьешь и сразу кайф. А таблетки для посудомойки даже пожевать нельзя. Зато они будут делать мою чистую посуду. Мне это устраивает. По рецептам готовишь? Если что-то новое, да. А так я очень много чего умею готовить, так что рецепты мне не нужны. А так, кстати, давайте по поводу кукинга поговорим. Или нет, если да. Квелизовые. Мяу. Жопу к лету накачала, еще нужно подкачать. Мало, мало. Баннер? Ребята, вы видите баннер сверху в углу? Похоже, не видно. Конечно, нет. Чего? Я хотела посмотреть что-то. Все из-за вас, все из-за вас. Идите нафиг. Ой. Я взяла телефон. Там что-то было. Лучший БК, я не знаю, кто лучший. Но оказывается, в Лионе нету киберспорта. А я только на киберспорт бы ставила. Ну и на футбол. Но футбола поменьше, чем кибера. Видим. Но ночью говорят, что не видно. Есть желание... Что? Так, так что сойти? Есть желание ЗП? Кукинг! Точно. Приготовить... Параламентину? Нет, такое я не готовила, так что мне нужен рецепт. Зачем мне транспорт Краснодара? Открываешь. Сейчас рецептик. Сохраняла рецепт чего-то очень вкусного, чего-то очень классного, чтобы с вами как-то подготовить. Так, ой. Адовые блюда, такой вот прям рецепт.
суп. Берет суп, выливает на сковородку, начинает жарить, добавляет в него, добро пожаловать, огромное количество лука, чеснок, перца, черного, красного, муки. При этом ест со сковородки, шкрябая по ней ложкой. Ест и приготавливает полушепотом Оля. У него на лбу аж пот выступает. Сейчас бы всех с праздником лета. 3 дня назад был праздник. Жареные ушки, которые... Конечно! Я думаю, что завтра по стриму делать, я думаю. Либо мы куда-то выйдем, либо фильмец задумаем сделать. Либо фильмец. Вы меня отвлекаете. Я постоянно из-за вас забываю, что сделать. Тебе для муки? Ну, она, знаешь, блин. Посмотри, где кружки сверху стоят. Кружки. Селедка под кошачьей шерстью, да, самая вкусная. Да, вы отвлекаетесь, что еще пишете сюда? Кукинг. Блять, пойдем рецепт посмотрим. Ой, я. Разъебал. У нас все, нельзя большие сообщения читать. Стримеру тяжело читать. Писать. А мне тяжело читать. Полураздетых девиц. Блин, Краснодар тот город, когда эти полураздетые девицы 24/7 ходят. Спасибо. Так, что у нас по рецепту? Один рецепт попробую. Блин, такие классные есть бургеры. Ну, мы больше не будем бургеры готовить, ладно? Там ям. Тоже слишком... О! А если креветки в панировке, но надо креветки еще купить. Где их купить? Не знаю, где это риторический вопрос. Мне не нравится цена покупки этих штук. Что мы еще здесь не готовили? Стоп, ребра долго. Нам нужно что-то прямо здесь готовить, чтобы вы видели. Вот я такую вкуснятину готовила. Вообще вкусно. И это в духовку. Это вообще пушка. Это самые вкусные хот-доги, которые вообще можно есть. Кошачьи лапки в панировке. Креветки не купить, креветки варить. Пословица «Хочешь девочку, выйди на улицу, на Красноармейскую». Открыть ограничение по силам? Нет. Просто в несколько раз посылай сообщение. Шашлык на природе связи нету. А так бы с вами... Даже вы купили мангал, прикиньте. Даже так. Шашлык-то, конечно, да, но без вас. Что у нас еще есть? Как будто нужны новенькие рецепты. Это какая-то фигня. Блин. Тут все очень вредное. Все очень вредное. Домашний рамен тоже не хочу. Я переела этих раменов, я теперь не знаю. Плохое отношение к ним. Вы когда-нибудь делали свою колбасу из курицы? Когда ее отжариваешь? Ой, отвариваешь? Отвариваешь. Что ты потом с ней делаешь? Как-то желатином заливаешь, типа своя домашняя колбаска. Фальшивого зайца? Сгорел, заплатила штраф за костер. На самом деле... У меня есть место для пикника. У нас на районе специально сделаны веранды, чтобы прийти туда и пожарить. Там есть мангалы, тебе нужно купить только решетку. Решетку. Мясо и уголь.
рецепт пирога с клубникой. У нас уже клубнику не продают. Реально. У нас одна черешня сейчас. А так, нет, шашлыки я умею жарить, так что ничего бы не сгорело. Чего тут взломал? Вы меня очень недооцениваете. ПП-пицца. Может снова дать возможность ПП-пицца? Мы ее с вами уже как-то готовили. Капец, у меня одноклассница рожает. Прикиньте, скоро офигеть. Съела всю клубнику в красе? Да. Я же говорю, на 99% из клубники состою. Быстро сезон закончился. Я надеюсь, что не закончился. Потому что не хочу покупать ее за 200 тысяч миллионов долларов. Запеканку? Что за пеканку? Лазанью. Лазанью делаю, но у меня немножко другой метод лазаньи, не хочу ее какую-то делать. И знаете, у меня такой рецепт лазаньи, который с творогом. Необычно, но очень вкусно, реально, с творогом. Клубника дорогая. В этом году не свезло. Блядь, пищан, блин. Ну, давайте сделаем баннер на первую страницу. Мне не доплачивали за то, чтобы я делала баннер на первой странице. Ну, на первом месте. И это нигде не обговаривалось. Чего они тоже выделываются? Сколько малина у вас стоит? Я не знаю, но малина, голубика очень дорогая. Черешня и клубника самая дешевая. Но черешня около 300 рублей надо как-нибудь купить. На будущее, если вы вдруг испачкались черешней, она довольно едкая, красная, она не отстирывается просто так. Она отстирывается лимонной кислотой. Давай, удачи, полетела. Пошепчитесь тут на кухонные темы. Одноклассники давно уже переженились. О, осуждаю доведение девочек. Не секрет, был секс, а то вяло выглядишь. Так вот, сегодня бы устала просто. Сегодня бы устала просто. А чё, кто мне пишет опять? Спокойной ночи, спокойной ночи. Спокойной ночи, мама пишет. Ой, ладно. Пирожки с черешней и вишней. Угу. Как долго мне люди отвечали, ну ладно. Все, у нас телефон зарядился. Знаете что? Телефон через провод не подключается к компу. То есть он его не видит. Ну то есть он видит, но никакие данные я не могу перекинуть. Нужны всякие iTunes'ы. Через iTunes тоже не перекинывает. Не видит. Чё за фигня? Пришлось по Bluetooth'у кидать, реально. Так, рецепты. Что ещё есть? Очень хочу попробовать приготовить чизкейк. Но чизкейк — это то, что нужно выстаивать. То есть это вообще не для нас. Так, мясо. Много мяса. Вкусный... Морковка, говядина, перец болгарский, соевый соус. Ага, ага. Что? Маринованные огурцы? Свежие огурцы. Очень странно для меня, когда в винда... Нет, 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 официалка. Официалка. Она недавно переустановлена. Провод оригинальный. Не, просто как-то раз я делала, все работало, а его последний раз включала и не работает. Это первое. Второе. Вам не кажется странным, когда в одном блюде, ну, типа, в одном салате сочетают маринованный огурец и свежий огурец? Как же это странно. Так, говядина, перец, морковка, огурцы, соевый соус, кунжут, масло растительное, специи, кинза. Как будто там был уксус. О, я нашла очень прикольный салатик. Говядина. Тут нужно говядину купить. Я не умею говядину выбирать. Я ее выберу, она будет старая и вонючая. Ничего делать. Не умею выбирать говядину. Я не ем говядину. Но весь прикол в говядине. Блинский. Что мы еще можем с вами... У меня херова туча салатов просто. Представляю при салатике. Сохранить 10 других начинок для вашего
10 крутых начинок для лаваша. А, она не показывает рецепт. И что будем делать? Гриль. У меня есть вафельница, и там есть насадка гриля, но курицу она не зажаривает. Я уже пыталась. Это жопа. Пицца в лаваше? Да не налицо. О, ты! А, еще и на сковородке. Секундочку. Возьми туалетную бумагу, это эти же салфетки. Что ж ты пристал-то? Да, они же... Это то же самое, Глеб. Милая. Глеб, ты тоже пахнешь. Но к тебе же претензий нету. Бесит меня. Будем готовить с вами салатик. Реально, давайте если мы приготовим с вами салат и что-то очень прикольное на лаваше. Туалетная бумага. Раздора. Да серьезно, туалетная бумага то же самое, что и салфетки. То есть реально ее спокойно можно взять, что-то вытереть. Она очень хорошо вся влагу впитывает. Салфетки бывают ароматизированы, так же и туалетная бумага. Вот пристала, блин. Ведра мусорного бумагу. Ой, не... Гатари, мы не такие. Нет, кажется, такая. Не, вот серьезно, если по городу гулять, красная капец достала. Где еще можно погулять? Вот, парк Белок, на которого мы дойдем рано или поздно. Рано или поздно дойдем. А есть какие-нибудь кринжовые видосы? Есть какие-нибудь кринжовые видосы на Ютубе с Патриков? Где там находят супер-пупер-миллионеров, а потом их показывают и рассказывают о них. Ну, типа, чисто разоблачение какое-нибудь. Не знаю, прикольно такое смотреть очень. Полотенца жесткие, бумагу не оставляют. Высморкаться можно. Вообще пофиг. Я взяла телефон. А, посмотреть, как выглядит здесь. Ау. Как выглядит здесь наша трансляция? Где промокод, блядь, не видно. Привет, привет. Все видно. Я не знаю, все видят. Мне что надо, блядь, промокод на всю страницу сделать? А чем ты Доби кормила, что он вымахал 1.80 м? Обычно 0.5 м они или это смесь? Вы... 1.80 м? Нет, он 2 м роста. И это смесь. Да, он смесь бульдога с носорогом. Да все видно, я даже со своего 14-го айфона все прекрасно вижу. Мне кажется, они меня набрали. Вот, Минтер, вот, Леон, Минтер, вообще все видно, ну, пристали ко мне. Ой, программисты, все это здесь? Все, ты просто со мной не общаешься, я подумала, ты ушел. Мне стало грустно. Какая-то недавно идея, что-то кринжовое посмотреть. Да, но вы никак не отреагировали, я посмотрела это сама. Я могу с вами это пересмотреть, потому что вы такие будете, типа, бля, бля, вот так вот будете. Голову не помыла? Это не то, что не помыла, она с утра была чистая, а потом я сходила на тренировку, где невероятно сильно вспотела, и вот. Завтра буду мыть? Что, мне каждый день, что ли, мыть? Опять без нас. Вам не нравится смотреть обзоры на обзоры, а я смотрю приятного Эльдара. Тренировки в зале. Воочию увидишься. Реально. Давайте я когда... Что это? Я просто влево сделаю чат, чтобы не видно было, что это стрим, и буду просто с ними общаться. Блин, прикольный рецепт онигири. Но что это такое? Рисовая бумага. Где я вам возьму рисовую бумагу? Ссылок в чате нету. Разделение дышишь. Рисовая бумага. Господи, ну это так вкусно. Вот смотрите. Уйди, давай заново рецепт. Вот такое онигири приготовить. А? А? Где рисовую бумагу взять?
Это крабик с чем-то, эта штука знаем. Вот это мы не знаем, рисовая бумага. Авокадо тоже нам не нужно лишнее вообще. Как? Соус, японский майонез. Икра мойвы. Где я икру мойвы возьму? Шрирача, что? Кунжутное масло. Я из этого знаю только соевый соус и чеснок. Мы не будем готовить онигири. В Табрисе? Хочешь сказать, что в Табрисе все это залупа есть? Залупа. Ау-ау-ау. Знаете, я бы что с вами приготовила? Ну все, блин, у нас что, неделя кукингов будет? Я что-то так много кушать захотела готовить. Милая, красивая и так далее. Да-да-да-да, привет-привет. В каждом городе есть эта сетка, знаете, типа крошка-картошка, где картошка пополам разрезана и перемята внутри. Хочу научиться это готовить сама. Ну, мне надо рецепт, я такой рецепт не видела еще просто. Я понимаю, разрезаешь пополам в духовку, достаешь, она становится мягкая, ты ее так вот разминаешь, туда начинку кидаешь. Так, что, так? Сенсой на маркетплейсе. Не, не просто сыр, там много разных начинок. Рисовая бумага, Табрис. Сколько? 200 рублей. Мне Табрис, ну, не то чтобы близко, но и не прям далеко. Наоборот, точнее. Фольге... А, блин, точно, я же сначала фольге печешь, а только потом напополам разрезаешь. В закрытом виде... Да, потом ее достаешь, фольгу разворачиваешь и картошку... Точно! Ну все, у нас теперь много идей. Супер вкусный салатик. Онигири. Картошка-крошка. Ты моя крошка. Ой, ладно. Дорогой. Короче, когда спать? Не знаю. Там еще ужин готовится. Вот поем, фотки выберу и спать. И что-то в лаваше вкусное. И когда это все готовить? Вау! Че, китайку? Какую китайку? И он не сфокусировался вот на этот глаз, а на этот нет. Вот, теперь надо... Подскажите, как работает фокус? Почему он так это странно делает? Водки, не-не-не. Шарлотку. Кстати, я прям очень давно реально хочу приготовить шарлотку. Я вижу, как все ее летом готовят. Я такая, блин, хочу шарлотку. Но мне почему-то кажется, почему я не готовлю, она гиперсложная. Но по факту тесто, ну, яблоки залитые тестом, все. Но мне так кажется, что она сложная. Я такая, нет. Шарлотку не буду готовить. Скажите, что ее очень легко готовить. Не, вы мне, сука, со своими шашлыками достанете, я реально, блядь, куплю. Сука. Ладно, Лала, а нет, эти выходные я занята. А все, 5 минут готовки, кумыс. Короче, решетку, да, короче. В какое-нибудь ближайшее возможное время я схожу до веранды, где готовят у нас шашлыки, сука. Я схожу до веранды. Посмотрю, как в нее можно попасть. Она бесплатна, но в нее надо как-то еще попасть. Посмотрю, как в нее попасть. Куплю, сука, решетку, блядь. Куплю угли. Я не ебу, как я это все понесу. Куплю шашлык. И мы пойдем жарить шашлык. И что вы мне сделаете? Какие 30? Куплю шашлык. Как я это все должна нести? Плюс еще нужно попить. Нужно еще огурчики, помидорчики, типа салатик. Не, вы что, издеваетесь? На вид милфа. По факту милфа, потому что... Скотина не слышала о таком ресторане. Либо звать электричку. Мне кажется, он эту тему поддержит. Либо еще кого-нибудь. Но с еще кем-то я не стримила. Хотя нет, стримила. Игорь Габара, да, смотрю. Ну, кстати, не знаю, что там вышло. Нет, последний, не последний. А подожди, это финал был, когда они в театре? Ролик. Это финал или это был полуфинал? Не помню.
Финал. А, 300 тысяч там было, это был финал. Посмотрела игры Габара и поняла, что я бы ни за что туда не поехала и ничего бы не выполнила. Ай, сходи лучше мясо и стейки, попробуй, что это такое. Девушка на тебя похожа, капец. Да, блин, там много участниц. Мясо. Ой, подожди, мне кажется, я поняла про что-то. Мясо и стейки. Нету такого. Видишь, нету. Чё ты мне наврал? Нету. Подписку не покупать? А как? Нет, надо. Нужно поддерживать контент. А, скотина! А-а-а. Скотина. Скотина! Ты скотина, нет, ты скотина. Я ходила в голый повар. Очень много почему-то людей советуют вкрасить голый повар. Больше не хочу туда идти. Ну, не знаю, что там такого. Скотина. Да почему, сука, все в центре-то находится? Меня бесит. Все в центре находится и 100 лет, блин, туда ехать. Жесть. Это еще недалеко от вокзала. Это же еще надо как-то туда попасть. А там связь есть? А что это вообще такое за место? Кисик. Сквер. А сколько там ценник? У них есть менюшка, фото-меню или что-то еще? Апу. Заказать онлайн. А вот. Ру. Стейк. Мясо на сковородке, меньше заморочек. Не, шашлыки это другое. Какой вызывающий лук? Я в бежевой футболке. Бублик возле дивана, ему там одиноко? Какой бублик возле дивана? Спасибо за стрим, всем добра, добра, добра. Так, скотина, кухня, мясо, кухня. Авторские коктейли, ресторан. А, вот меню. Они могли меню на русском написать? Тут все на английском абсолютно. Не, ну вы серьезно? Вот вы мне скажите, я приду туда, я как это должна понимать, что я закажу? Тут вообще все на английском. Все. Ни одного русского слова, только цифры по-русски. Спасибо. Ну, короче, средняя цена 500-700 рублей за блюдо, а мясо... Мясо 2500. Это 100 грамм или целый стейк? Официанты огонь все расскажут. Плиту можно выкидывать, а лучше нее нет. Борг. Хотя бы цифры, да, мы хотя бы поняли цены. Девушка прям на превьюшке, я думал, ты поэтому тыкнул. Подожди, я что, Игорь Габара не смотрела последнее еще? Габар. Габар. Ой, ну да, похоже. А, знаю, знаю. Ну, не знаю, короче, да, я не смотрела последнюю. Нижний Новгород, чемпионат России. Но Игорь Габара... Я бы очень хотела Игорь Габара здесь на Твиче смотреть, но нельзя. Потому что там постоянно чем-то обмазываются, постоянно что-то нехорошее делают. Поэтому сказали, заблокируют. Сору по-арабски. Не особо... Ну так, чуть-чуть. Если перекраситься в белый, похоже. Духовка. Пиццу застримить. Духовка есть. Я готовила ПП-пиццу. ПП-пиццу на тесте из куриного фарша. Одной готовить, как это скучно. Вообще. Там что-то падает. Можно я быстренько кое-что напишу? Быстренько кое-что сделаю. Катари, опачки. Катари, нашли.
У тебя есть шеф-повар. Этот шеф-повар скоро меня покинет. Так что буду снова сама себе готовить. И придется самой себе снова блинчики делать. Хочу? Нет. Я блины 100 лет не ела, он приехал, приготовил. Но скоро уедет. Хоть из-за блинов его здесь оставляй. Разлучили в детстве? Сестер. У меня сводная сестра довольно сильно на меня была похожа в детстве. А так, больше нету девочек. Ну, кстати, я не знаю, насколько правда это неправда. Допустим, в моем городе ко мне нередко подходили и здоровались, типа, ой, Маш, привет, привет. Я такая, сори, я не Маша. И то есть, если бы это было то, что со мной хотели познакомиться, окей. Но со мной не знакомились, я просто говорю, нет, я не Маша, и от меня уходили, все. Кухня вздохнет с облегчением, да. Я Саша, я тоже Саша. Чипи-чипи, чапа-чапа. Можно закрыть телеграм здесь, иначе будут оповещения? Турки? И я Саша, тезка получается. Тинька, Тинька. Спеть расслабляющим голосом? Нет, ты знаешь? Не, лучше не знать вообще, как я пою. Говор кировский остался? В Кирове очень много быкают. Как бы, может быть, бы я пошла бы туда. В Москве акают. В Нижнем Новгороде очень медленно говорят. В Краснодаре очень тянут слова. Они говорят медленно, хочется их прибить. А еще медленно ходят и не уступают очередь. Стоят и забирают свои сраные покупки. А за это время ты мог бы уже пробить свое. Песню заказать за 50 рублей. На чем шашлык мариновать? Вот честно, я ни разу не мариновала шашлыки. Ну как? У меня это делали близкие, родные. Это было невкусно. И вот в моем городе была местная сетка магазинов мясных. У них был невероятный вкусный маринад. Он такой вкусный. Я вот не знаю. Мне кажется, я другие шашлыки вообще в жизни не полюблю. Вытягиваешь гласные? Я редко это делаю. Киров, который рядом с Котельничем, да. Да, сеструха у меня живет в Котельниче. Не родная. Двоюродная. А тут только это приезжие. В инсте. Про Москву вранье и наговор. Ну тогда и про все остальные города тоже наговор. Уже хорошо настроение, хорошо. Блин, я хочу кушать. Через полчасика мы с вами... закруглимся, ладно, и я пойду кушать вкусную еду. Значит, это твой первый раз. У меня шашлыки делали, ну, тетка, типа, у меня повар, она мариновку делала либо на уксусе, и ты жуешь, блять, резину, либо в кефире, что суть плюс-минус такая же. Ты мне на карту скинул? Боже, меня попросили одну штуку сделать. Ой, господи, как это долго. И зачем меня просили? Я чуть-чуть в телефоне посижу, да, с вами. Какой? Первый раз пыталась. Какой раз? Ну, неизвестно. Михаил. А название трека можно сюда, чтобы мне в банк не заходить? На кефире вкусно? Я не спорю, на кефире может и вкусно, но тетка моя делала невкусно. И реально, еще тетка приходила со своим мужем, и этот муж не допускал меня, ну, делать шашлыки. А я умею делать шашлыки, меня отчим научил. И, сука, мы всегда ели сгоревшие, блядь, шашлыки. Не умеют люди шашлыки жарить, блядь, не суетесь, дайте мне волю. Ну, ты же девочка, что ты... Так. Знаете что? А, блин, а есть ли там связь? Там вроде все плохо со связью. Короче, завтра с 6 до 8
теннис, большой теннис, туда зовут меня. Только надо заарендовать. Зовут. Спасибо, Ольки. А что, на 2 или на 3 часа? На 2. Могу оттуда постримить. Или 3 часа. Ю-ю-ю. Много родных по стране? Нет, 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 нет. Хотя нет, знаешь, родных-то, наверное, много, но со всеми разорваны контакты, потому что у мамы родители очень скандальные были. Зачем играть в теннис, если так клёво шлёп? Позапи ракеткой. Так, на 2 часа забронировать. Господи. Спорткомплекс. Спорткомплекс, Краснодар. Ты до этого играла в теннис? Да, играла. Ну, не профессионально, понятное дело, но да, играла. Мы часто собирались, но тут уже месяц не ходили. И вот меня сейчас просят забронировать. Будьте здоровы. Забронировать. И вот говорю, завтра теннис с такого-то по такой. Типа, я могу в Тампу стримить. Они будут играть. А я буду с вами сидеть общаться. Разорванные контакты? Нет, 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 никак. У всех многие люди очень трепетно к этому относятся и прям за древом, за семейным древом блюдят и все такое. 6. Как мне забронировать? А что, я не могу? А, вот, что-то... Фух, блин, я уже испугалась. Раз. А как нажать? Блядь, а как забронировать-то? Алло? Я не понимаю. Ау! Магазин. Так что ли? Добро пожаловать. Лишать тебя шашлычной девственности. Только если маринад, только если маринад. Все остальное я умею, не надо. А, вот расписание. Да блин, а как это делается, я не понимаю. Как забронировать? Пока у вас нет брони. А как ее сделать-то? Как ее купить? Я не понимаю, как это сделать. Магазин, главное, пока у вас нет брони. Сдайте сделать. А человек! Человек, который музыку... А, вот, вижу. Простите. Выключила свет. Не... Все, да, все, сейчас. Я ее вспомнила. Блядь, я... Короче, похуй. Сидим без света. Я из розетки выткнула. Не, тоже играть надо, лучше не стримить. Ну, слушай, за 2 часа я успею поиграть, наверное. Музыка, 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 песня, Михаил... Марджа, блин, у вас очень классный выбор в музыке. Что могу сказать? Ну, давайте. Давно вы такое не слушали? Шуфутинский. Это не тот трек? В смысле? Я сам написал. Сам сказал. Марджанка. Марджан. Ну ты понял. Ты это написал. Пару лет назад готовился к... Бойца... А подожди, я что, бойка... Логично. Это же фильм снятый по книге, да? Искусство войны. Какой физкульт-ремикс? Это вон! Это же... Это прямая трансляция с концерта. Сейчас я тебе покажу, ты что, еще мне не веришь? Это вон, прямая трансляция с концерта. Блин, из-за тебя себя сдвинуло. Где же ты, где? Только блики на воде. Ты врешь. Все правильно я включила. Скажите ему, что он врет. Врать нехорошо. Хуйню, блин, вот. Ой, книга Чака Па. Чтобы понять, как я тебя хочу.
Марджанджа, Марджанджа, где же ты? А потом мы пригласили на танец тебя и бронируешь, что же ты. У них не получается забронировать, они деньги скинули просто. Уйди по зимой. Балдежный мужик. Как за... профиль. Я не понимаю. Аренда, сквош, 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 площадки волейбола. У меня как будто не получается, реально. У вас пока нет брони, раньше получили. А, VPN. Сейчас выключу. С вашими VPN-ами ничего не получается забронировать. Воркаут, нам нужно теннис, второй теннис. Воздух любви смешался. Блять, нет! Аренда на имя снова корта. Мина бронирования принимается не меньше, чем за 4, но не позднее. Копенгагене, да-да-да-да. У меня как будто что-то не то нажало. Четвертый, четвертый. На 6 часов, на 6 часов. Ладно. Капец, холодно, перестань. Спасибо. Добро пожаловать. Теннис поиграть. Так и чё, как? Ну, завтра днем постримить или на теннисе запуститься для разнообразия? Будете болеть за парней. Один профессиональный теннисист, но на настольного тенниса. А другой просто пипега, который умеет играть. Показать. Главное, вам карту свою не слить. Теннис поиграл. А если там связь? На улице должна быть. Оплатить. Оплатить. Готово. Оплатить. Кисюнчик. Ой. Код из СМС-ки пришел. На теннисе будут группы поддержки в коротких юбках. Это короткая юбка, это я. Не, ну по факту я могу одеть юбку. Вообще нормально. Расписание снова. Теперь второй час бронируем. Теннисный корт номер 2. А, это свободное время показ. А, я не туда тыкала. А, так я лох. Ладно, я тыкала по пустым окошкам, думала, это мое место, а это занятое место. Ooh, what you say? Ветрено? Ну, конечно, когда Саша одевает платье и юбки, супер сильный ветер на улице, спасибо. Операция отклонена, обратитесь в банк. Я тебе сейчас отклонюсь в банк. Давай, списывай деньги. Где это видно, чтобы деньги не хотел списать? Зимбуле. Следующая песня платина. Может, я что-то не так вела. Сейчас он у меня 200 раз пишет сумму и все. Какая-то платина. Сука, там пахнет, я хочу есть, я не могу. При ударах можно. Буду кричать, как теннисистка при ударах. Да. Да вроде есть там связь, потому что на открытом воздухе. О, оплата прошла успешно. Главное, теперь моя. Я курил дерьмо в 9 классе. Помню, как я первый раз ебался. Эй, наша мама, ты не с тем связалась. Мы такое не слушаем. Да, мужик ужин готовит. Мужик. Пока здесь готовит. Скоро отчалит, не будет готовить. Либо она сразу идет нахуй. Ты тупая шлюха. Но тебе не платят за волейбол. Да, песня охуенная. Мозги напрасно. Нет, нихуя не выйдет. Пьешь мозги напрасно. Нет, нихуя не выйдет. Не, мне просто интересно, кто еще такие треки записывает? И, а еще больше вопрос, кто их, блядь, слушает? Домашние питомцы. Не, нельзя так говорить. Сами вы домашние питомцы. И никогда не
не сяду, чтоб остаться на свободе. Разносторонний вкус, да. Да. Сори, но я скипаю хуйню. Это нормально. Если что, 50 рублей могу тебе вернуть. Но такую хуйню слушать не буду. Имею право повъебываться. Мой канал. Если слушать без звука, да-да-да-да. Верни деньги, пиши номер, верну. В личку пишу только, ладно? Ой. Я хочу кусать. Еще 20 минут и пойду кусать. Чтобы досидеть красиво до 3 часов. Короче, да, давайте тогда завтра. Давайте тогда завтра... Что? Добро пожаловать. Завтра в 6 часов большой теннис. А дальше, если что, просто в парк идем посидеть. Там как раз вечером. 20 минут до конца смены. Да, смена на заводе будет отработана, отпахана. Мне еще столько фоток сидеть отбирать. Там миллион фоток. Их же надо еще как-то сделать. Выбрать, отработать, сделать, переработать. В общем, все. Ты будешь играть? Ну как? Да я просто за компанию, но могу поиграть. Но поверьте, теннис-то как бы я понимаю, что там и как делать, но я не играю как профессионал, я играю как любитель, который посмотрел короткое видео обучение на ютубе и все. Красивый, спасибо. Наконец, ну, 2 часа. 20 минут. 20 минуток еще, и мы пойдем кушать и спать. Ну, а я фотки выбирать свои. Классные. Фоточки, фоточки. Почему ты мне на карту по 50 рублей скидываешь? Нет бы полоску каникул начать. Каникулы тоже стримеру нужны. Давай нормальный трек скидывай. Я даже на Юрия Шатунова согласна, но не на вот это дерьмо, которое ты скинул. Или что-нибудь обтягивающее. А, это я умею. Да у меня есть юбка, не волнуйся, одену. И еще одну юбку хочу заказать, но она какая-то... Она на других выглядит хорошо, но мне она выглядит плохо, поэтому я не заказываю. Не хочу просто так деньги потратить. Такс, 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 такс. Чем слушаем? Спасибо, пожалуйста. Но подожди, еще рано. Если связи не будет, то... Да Глеба посуду моет. Не целуйте, я стесняюсь. Мы еще не настолько близко знакомы. Либо такое не слушаете. Это определенно лучше прошлого, но мы такое не слушаем. Но это хотя бы можно оставить. И ты не будешь чувствовать себя каким-то ущемленным, либо слишком умным, что не понимаешь подобные треки, как прошлые. Глеб, муж на час. Бля, я забыла... А, ладно. Глеб, нет, не муж на час. Он друг на час. Друг на 3 дня. Что вообще? Инстаграм завис у меня. Обратно. Нет. Я-то слушаю тяжелую музыку, поэтому для меня вот это немножко дико странно слушать. Так, сколько? Эй, а где? А что? Отметки, репосты, клик по ссылке. 80 кликов по ссылке. Так, где эти 80 людей на стрима? Ну-ка, не понял. Мужик моет посуду, женщина зарабатывает. Он уедет в Киров зарабатывать, так что все нормально. Еще долг, надеюсь, мне вернет. Очень надеюсь. Ауф на страну. Релакс музыку. Это сейчас я скину. Это просто вот такая штука бесконечная в прямом эфире. Вот это вот. Не, я придерживаюсь того, чтобы мой мужик работал, я работала. Не так, что кто-то где-то на чем-то нахлебничает.
Ну да, он не платит мне за жилье, но типа это было бы странно с друга брать жилье, ну, оплату за жилье, поэтому он готовит и моет посуду. Ребят, хочу посудомойку. Реально посудомойку, что готовлю много. Ем-то из одной тарелки, а готовлю-то много. Спасибо, пожалуйста. Но она очень классная, там очень много похожих. Если откроешь, там потом рекомендации выпадают классные тоже. Ты с мужиком живешь? Ну, буквально... Это не я с ним живу, он ко мне пришел жить на пару дней. Давай начнем с этого. А так, да, у меня муж так-то есть. Че, не веришь? Я вам всегда говорила, что у меня есть муж. Вы просто не верьте в его существование. И кухарку. Удобно, между прочим. Вот реально, прикиньте, иметь либо девушку, либо мужчину, повара. Хотя нет, знаете, это люди будут уставать на работе и дома не захотят готовить. Херня, херня идея, забудьте. Воображаемый, ага. Ничего себе, один день, только 95-го. Ты тоже 23-го года рождения, серьезно? 23 февраля. Мне кажется, тебе дарят пену в увеличенном размере. И носки. Не одну, а две пары. Дома не хотят готовить. Ну вот знаешь, у меня есть один. Есть у меня один поваренок. И он как будто прям наоборот, ему нравится готовить. Он, ну, это прям реально для девушки своей вообще будет готовить. Несмотря на то, что он, его работа это поварство, он еще и дома будет готовить, прикинь. Повара айтишника. Реально, чтобы дома бабки зарабатывал, еще есть и... Бля... Охуенно. Лучше быть не может. А дома он готовит, готовит. Ну, просто сколько раз как-то тема готовки заходила, он, типа, вообще прям... Сомнений нету о том, что он не будет готовить там своей девушке, либо дома вообще. Так что... Но мы скоро к этому человечку едем в Москву, и он нам приготовит самый вкусный бургер. Накачать бицепс? А мы уже накачали бицепс. Ты что, у меня такие бицули, ты не веришь? Я сегодня бицепс качала. Бицепс бедра. А что, а что? Жопец. Поедешь в IT? В смысле, блядь, поеду в IT? Пипец качаю, только, да, только жопой качаю. Ничего не дарит, ибо я с детства не праздную ДР. Я не понимаю людей, которые не празднуют свой ДР. Вы, сука, в этот день родились. Вам что, блядь, этого мало? Вы в этот день родились. Скажите спасибо вашей матушке. Она вас 9 месяцев носила. Подарите ей букетик цветов в свой день рождения. И скажите спасибо, что вы дожили до своих лет в этот день рождения. Это новый этап. Это новый год твоей жизни. В смысле, блядь, не празднуй? Вы чё? Душнилый. Капец душнилый. Красивая, но мне не нравится. Да и похуй. Могу не нравиться. Буква Ю. Мне 30 лет уже почти, но я все равно праздную свой день рождения. Последний день рождения я уехала на Эльбрус катать. С ребятами, со своими. Так получилось, что получилось договориться с одним туром и сделать тур в горы. Ну не почти. Бесишь вообще, я тебе дам подушкой поебалу, я тебе, блядь, поебалу дам. Не праздную дрэп, обычный день. Не, ну вы сами лишаете просто себя счастья. Ау, в жизни и так немного радостей, то хоть бы день рождения бы праздновали. Купили бы себе тортик, там, не знаю, сделали бы какую-то традицию. Там, любите какую-то определенную кухню? Сделали бы традицию, что в день рождения идете в это кафе, в этот ресторан и обжираетесь к хуям собачьим и смотрите самый лучший фильм на свете, который вам больше всего нравится. Все! Ну зачем, как обычный день?
Ну или хотя бы шарлотку испечь. Ой, праздник сплошной. Не, вы душные. У вас нету счастья, у вас нету искорки, поняли? Зачем ждать целый год, если можно каждый... Да серьезно, у меня тут такое день рождения было, что такое, можно мне каждый месяц будет день рождения? Мне так понравилось. Можно так будет всегда? Добро пожаловать. А потом берете, ой, пару девочек, а и еще и лучшую ночь. Да, и у меня нога онемела. Ничего. Не, то есть это в Новый год то же самое. То есть вы даже не готовите салатиков, у вас нету новогодней атмосферы. Капец. Чего вы такие скучные? И не надо говорить, ой, блядь, мы взрослые. Это не это. Не надо говорить, что те, кто там что-то празднует, типа, ой, блядь, вы еще дети. Нет, вообще, как, блядь, зачем можно так сказать? Выйти каждый день на работу. Без праздника могу нажраться вкусностями. А в день рождения ты можешь нажраться еще больше, чем обычно, понимаешь? Ну, такая маленькая традиция, что ли. Тоже нужно... Да, пофиг, пофиг, берешь и празднуешь. Берешь и празднуешь. Главное, чтобы челюсть не вылетела. Берешь и созываешь всех стариков со своего района и сидите семки еще в кайте. И они тебе желают жить долго и счастливо, и это самое, не умереть быстрее их. Вот так вот, и чё, и всё, и нормально. И все довольны, все счастливы. И мы счастливы. Чё, а чё тебе не нравится? А чё тебе не нравится? Как будто я хочу реально какие-нибудь кринжовенькие видео на ютубчике посмотреть с вами, чтобы чисто поржать. Я смотрела один видос про, грубо говоря, про вебкамщицу у приятного Эльдара. Блин, пересмотреть его с вами еще раз, или просто ты такой смотришь, такой думаешь, блядь, это реально есть? И это реально есть. Люблю Новый год в ночь работать, все вокруг с своим праздничным настроением, меня прям раздражает. Я как Гринч, который рыба, рыба Гринч. Блин, Гринч очень классный. Больше 30, ты будешь говорить так. Ты будешь говорить так же, что празднуешь дре. Буду, буду. Я оптимист. Вот у меня мама тоже такой, блядь, ничего не буду праздновать. Пошла нафиг. Заказываю ей всякие прикольности, говорю ей сходить туда, сделать то, чтобы она не сидела на месте, тоже, блин, женщина. Это не обычный день. Это не просто какой-то день. На последнее рождение я заказала не 100, 51 синюю розу. Показать, это охуенно выглядит. Не, синие розы это вообще пушка. Всегда шарики 18 вешают, обманываю. Прикол в том, что меня приглашают на праздники. Туда не иду, потому что... А сходи, поешь на халяву. Дре, когда ты набухилась и потом ничего не помню. Нет, я всегда пью так, что я все помню. То есть даже я буду в хлам пьяная, реально буду. У меня будут самолеты, но даже сейчас я помню момент, когда я набухалась, и у меня были дикие самолеты. Я помню вообще все. То есть я такая, я не знаю. Я могу забыть какую-то мелочь, деталь, но я буду помнить конкретику, что и как было, что буду уверена, что ничего не натворила плохого. То есть мне как-то в этом плане, в этом я душная очень. Так, ну и где апрель, ноябрь, да, у него в ноябре день рождения, январь, декабрь, ноябрь. Вот, и где-то здесь должны быть цветочки. О, а где цветы? Не понял. А, я в свой день рождения дарила, короче, в ее день рождения я подарила вот такой классный букетище. Смотрите, какие классные букетики, это в ее день рождения. Вот, а потом в свой день рождения, когда я родилась, когда она меня родила, выплюнула из писи. Я ей подарила другое. А где? Прикиньте, а что, она мне фотки не посылала? Ладно, пойдем искать, где мы заказывали. Нюцы? Не, нюцев там не было, не ври. Блин, очень круто. Вот цветы дарить, это прям вообще. Получается, ты тверкаешь и трезвая, и пьяная одинаково? Да. Да. Отвратительное о себе? Я душная. Ну реально, в каких-то моментах я душная.
Ну, отвратительно не могу рассказать, ну, серьезно. Моюсь, чистоплотная, вода, о, боже, что еще там, блядь, что тебе еще рассказать? Январь, март, февраль. Нет, это что ли? А, да, она не мне. Нет. О, а где? Мама! Как? Нет! Капец! А, нет, вот, подождите. Почему это было в феврале? Почему? А, боже мой. Короче. Следующий букет был такой. Ну, синих роз. Букет 51 синей розы. 30 чел моют. А там за 2 дня посуда. Как тебя сейчас смотрят и терпят? Я в ахуе, блядь. Как ты вообще родился и живешь в этой жизни? Я в ахуе. А, если все помнишь, значит ничего. Не тормозишь, мозг пытается от косяков избавиться. Ну, блин, да, в целом, в принципе, когда пьяная, я не хочу чего-то плохого натворить, поэтому всегда какое-то осознание есть. Ой, просто один этот человек использует супер много посуды для готовки и супер много посуды, будет что-то поесть. Запрягла. Да, запрягла. Пусть. Я вчера готовила, значит, он моет посуду. Сегодня готовит он. И тоже моет посуду. Да, кисюнчик? Злая и душная, извинись. Вышел, зашел и извинился быстро. Что за каникулы, что учудила? Нет, а просто это поездка в Киров к маме. Но я могу изменить на поездку к маме. Но как будто каникулы стримера. Ладно, изменим на поездку к матушке. Сейчас. Ой. Поездка к матушке. В родной город. Рожной, сам ты рожной. Ну и капец, как много текста стало. Если ты будешь учить английский после возвращения, скину. Блядь. Это шантаж. Нет, это не шантаж, это ультиматум, но есть какое-то слово другое. Блядь, супер, английский, сука. Почему я как нормальный ребенок не учила английский в школе? Меньше бед было бы сейчас. Я подумаю, это ловушка. Блядь, ненавижу английский. Я подумаю. Ой, ну как минимум, я уже когда-то включала. У меня есть очень классно много игрушек на английском языке. Сейчас сайтик снова найду. Я не помню, мы с кем-то играли. Сайтик, вот сайт. Допустим. English вообще ж легкий. Ну, наверное, да. Сейчас вам примерно продемонстрирую, какие... Ну, когда я училась с репетитором, она очень классная, вообще просто, я ее прям люблю-люблю. Короче, я вам примерно покажу, как это... Ой, выглядело. Сакатари и Зима мы уже играли. Не, вот это сейчас не специально он делает, да? На терпение не прокачан. Нет, ты что, я очень терпеливый человек вообще. Выучила его раньше, не заплатил бы сейчас. Для изучения проще, чем немецкий или французский тоже. А, как я авокадо, брокколи, бананы запомнила? Беш, окей. Кэнди, это мы знаем, кокос. Знаю эгг, знаю эппл, знаю пье. Запомним багет, понятно, банан. Все. Плей. Биф. Корова. Авокадо. Авокадо. Эппл. Эппл. Брокколи. Багет. Кэнди. Кэнд. Вот это. Банана. Банана. Пирог. Коконат. Коконит. Коконит. Экс.
Это beef. Сюда, это avocado. Сюда. Короче, это самый легкий уровень, я просто вам показала. У меня очень много таких игрушек мне препод скинула, когда мы с ней английским занимались. И если учить английский, смотреть какие-то видосы или сериалы на английском, вообще, блядь, так все легко запоминается. Вот. И чё? Я забыла, что хотела сказать. Отстаньте. Шерсть! А что, о чем речь? До сих пор игра сохранена. Так да, она у меня в сохранёнках. Там куча вариаций игр. Типа есть сложные, легкие, есть время, есть времена года, есть действия, есть человеческие части тела, есть род деятельности, занятий всяких. Что теперь знаешь английский, позже. А, то есть Apple и PE мне хватит для того, чтобы объяснить, что я хочу кушать. Другую игру, если правильно называешь, препод же снимает часть одежды. Мне кажется, это какая-то наёбка. Демонстрация любви к фруктам. Там вообще куча всего, и вот это прям реально очень топовый сайт. Мне прям нравится. Многие по... Вот, кстати, да, я на самом деле как бы слов-то английских знаю много, но я их ни за что не скажу. Реально. Еще мне препод же говорила смотреть мультик «Свинку Пеппу», потому что там очень хорошее произношение и все понятно. Говорит, для изучения английского вообще классно. И ужин еще готовится, что поужинал. Я не знаю, там 2 часа что-то до сих пор журчит на сковородке. А ты говори! Все, можно я пойду кушать уже? И буду фоточки с фотосессии выбирать. Нужно вас чем-то радовать и себя. Все. Сладких снов, спокойной ночи. Крепко спите, попку мойте. Чтоб вам чур обо мне перед сном не думать. Чтоб я вам не снилась, ладно? Давайте только по-честному. По-честному. Поможем друг другу выучить ангел? Давай. Ой, я подумаю. Спаси и сохрани. Все. Вам точно теперь не приснятся ужастики. Что? Зачем сказала? Ты меня уже забыла? Нет, конечно. Английский на раздевании? Ой, в глаз что-то попало, господи. Что там в глазу? Ой, во второй глаз что-то попало. Боже. Мухи летают. Психически здоровому человеку ничего не снится. Все снится. Не снится только слепым людям. Уходи! Уходи! Только проснулся, а все. Какой только проснулся, ты там спишь, у тебя ночь. Без сти... Все, покасики. Стимул есть, уехать. Такая, какая темная. Я случайно свет вырубила. Стимул есть, как минимум, выучить, чтобы приехать во Францию и пить чашечку кофе с и... Инстимофом. Вот, господи, как сложно. Все, до свидания, пока-пока. Живите долго и счастливо. Завтра увидимся в 6 часов на большом теннисе, если будет связь ловить. Пока.